поднял руку. Когда он поднял руку, весь конференц-зал сразу сосредоточился на нем. Делла стал немного недовольным, а его предчувствие заставило его волноваться. Он чувствовал, что профессор Лу собирается сделать что-то не очень хорошее. Однако он подумал, что Лу Чжоу никак не мог уже обнаружить проблемы. «У вас есть вопрос, профессор Лу?» Лу Чжоу прямо ответил. «Просто сразу скажу, в вашем проекте полно проблем. Извините, я не понимаю». Профессор Бандерас нахмурился. «Есть проблемы? Можете указать, где именно?» Лу Чжоу это позабавило. «Ты прекрасно знаешь, что в твоем плане полно недочетов, но пытаешься отвертеться. Включите Блуитоатх на проекторе». Профессор Диллас последовал указаниям Лу Чжоу. В тот момент, когда телефон Лу Чжоу подключился к проектору, сразу появилось изображение модели. Поразительно. В зале поднялся шум. Многих удивила модель, которая не была представлена в докладе. Профессор Диллас помрачнел. Не только потому, что Лу Чжоу создал 3D-модель, но из-за того, что на всей модели было полно красных областей. Каждая красная область указывала на проблему. Хотя он понимал, что его чертежи не идеальные, он не ожидал такого количества проблем. Этот парень, как он успел создать модель? Профессор не единственный, кто с неверием смотрел на Лу Чжоу. Лу Чжоу – монстр. Госпожа Клемиль, сидевшая рядом с Лу Чжоу, тоже была поражена. Она понятия не имела, как Лу Чжоу смог смоделировать 3D-модель за пару минут. Однако Лу Чжоу не планировал никому ничего объяснять. Ему не нужно ничего объяснять. Проблемы в работе профессора четко показаны. Даже второсортный инженер смог увидеть очевидные проблемы, поэтому стало ясно, что улучшения профессора Делласа не сработают. Это невозможно, должно быть что-то не так, как вы. Как показано на модели, имеется много проблемных мест. Лу Чжоу постучал ручкой по столу и холодно произнес. Следующий Darknet. Хакерский форум. Модератор создал группу с названием «Охотничьи орлы». Вскоре группу наводнили пользователи и начали общаться между собой. Однако это продолжалось недолго. Пользователь с именем Босс вошел в группу. На канале мгновенно воцарилась тишина. Босс. Все здесь? Охотник. Здесь. Босс. Хорошо, давайте начнем совещание. Одинокий волк. Да, сэр. Стервятник. Да, сэр. Хакерам не так сложно собраться вместе, учитывая, что они в сети. Хотя все они принадлежали к одной хакерской группе, она их ничем не обязывала. Большинству из них не нравилась скованность, а также многие имели далеко не чистое прошлое. За исключением периодических сделок на темном рынке, большинство занимались своими делами. Некоторые даже участвовали в других хакерских группах. Однако любой другой хакер узнал бы пользователей из этой группы. Тут собрались известные хакеры из Даркнета, и большая часть из них работала в сфере информационной безопасности. Однако никто из них не знал, кто такой Босс, но по отношению к нему становилось понятно, что Босс их лидер, а значит его способности не слабые. В конце концов, чтобы стать лидером хакерской группы, нужно обладать определенными навыками. Никто не недооценивал силу Босса. Одинокий волк. Это всего лишь несколько серверов, взломать их дело пары секунд. Малыш. Да, давайте начнем. Мне не терпится преподать урок Китаю и предателям в Белом доме. Босс. Не недооценивай врага. В Китае много специалистов в области информационной безопасности. Помните, мы должны остановить строительство коллайдера. Только почувствовав настоящую боль, они всерьез рассмотрят наши требования. Хантер. Что, если китайские хакеры ударят в ответ? Босс. Нам же будет лучше. Их целью было оказать давление на Белый дом, чтобы он вышел из проекта по строительству коллайдера. Что касается срыва собрания в Пекине, то это их второстепенная цель. Поэтому, если китайцы ответят атаками на серверы НАСА и Белого дома, это будет идеально для них. Многие участники сами с радостью займутся этим, просто это очень рискованно. Босс. Я разместил в закрепе первую партию серверов для атаки. Укажите, кто какой берет, чтобы избежать повторений. Помните, мы охотничьи орлы, мы отстаиваем достоинство США. Помните, кто наш враг. Пока в Пекине проходило обсуждение лунного адронного коллайдера, невидимая сила тихо работала на заднем плане. Первым подвергся официальный сайт Everyone Daily. Вскоре сайт переполнил спамы оскорбления, а фоновым изображением стал средний палец. Администратор быстро обнаружил проблему, выключил сервер и сообщил об атаке в Министерство общественной безопасности. Однако прежде чем Министерство общественной безопасности успело отреагировать,
Последовала еще одна волна нападений. Следующим упал сайт центрального телеканала, всех пользователей перенаправляло на не менее оскорбительную страницу, где, как и ранее, на заднем плане был изображен гигантский средний палец. Тем временем, тысячи писем пришли в различные ведомства. Немедленно прекратите международное собрание по лунному адронному коллайдеру. Охотничьи орлы. После писем все обрело более серьезные обороты и кибератака превратилась в террористический акт. После того, как глава Министерства общественной безопасности получил отчет, он помрачнел. Они ни за что не собирались останавливать международную встречу, Китай никогда не пойдет на компромисс. Не говоря уже о том, что требования были смехотворными. Министерство общественной безопасности немедленно созвало экстренное совещание, пригласив специалистов и академиков из области информационной безопасности. Они сформировали временную оперативную группу для противостояния кибератаке, а также обеспечения безопасности финансовой и военных сфер. Одинокий волк. Босс, Китай начинает сопротивляться. Босс, хорошо, мы должны продолжать, нужно больше хаоса. Охотник. Китайцы приняли ответные меры, я чуть не потерял контроль над сайтом центрального канала. Но они слишком медленные. Когда дело доходило до кибератак, то защищаться всегда сложнее, чем атаковать. Успешно внедрить вирус проще, чем восстановить все после его воздействия. Не говоря уже о том, что атака произошла неожиданно. Охотник. Несколько крупных китайских СМИ полностью парализованы, что дальше? Босс. Продолжайте, я приготовил для них большой подарок. Мы победим. Охотник. Хорошо, малыш. Ха-ха, босс уничтожит их. Одинокий волк. Босс, я обнаружил, что главный конструктор комитета по строительным работам на лунной орбите тот же самый человек, что и главный конструктор лунного адронного коллайдера. Его зовут Лу Чжоу. Он известный ученый в Китае, он получил Нобелевскую и Филдсовскую премии. Я узнал, что он работает в Цзиньлинском университете, может стоит преподать ему урок. Босс, не сомневайся, просто делай. Это война, в ней нет невиновных. Одинокий волк. Хорошо, босс. Серверная Цзиньлинского университета. Декан Цинь посмотрел на профессора Вана, который возился с сервером, и спросил, как оно. Пока ничего. Профессор поправил очки. Интересно, обиделся ли сервер на профессора Лу, все как в прошлый раз. 10 минут назад сервер Цзиньлинского университета внезапно атаковали. На сайте разместили оскорбительные фотографии академика Лу, а всех администраторов заблокировали. Профессор с факультета информатики тут же прибежал в серверную. И поскольку академик Лу был сотрудником факультета математики, декан Цинь тоже пришел. Не говори так. Профессор Лу оказывает нам огромную помощь, мы должны боготворить его. Декан Цинь кашлянул. Просто сделайте все, что можешь. Попробуй починить сервер. Дело не в сервере, с ним все в порядке. Просто не него закинули вирус. Черт, кто это сделал? Кому понадобилось взламывать сервер университета? Профессор Ван выругался. Преподаватель, стоявший у входа, внезапно спросил. Может, студент захотел поправить свои оценки? Я слышал, что у профессора Лу очень много незачитов. Возможно, он взломали сервер с целью отомстить профессору Лу. Профессор Ван покачал головой. Это однозначно не студент. Если бы студент мог такое сделать, он не был бы студентом, его можно было бы сразу профессором делать. Декан Цинь внезапно кое-что вспомнил. Неважно, кто это сотворил, надо убрать фотографию и не допустить, чтобы профессор Лу узнал об этом. Он будет в ярости, если узнает, что кто-то порочит его репутацию. Преподаватели переглянулись, прежде чем кивнуть. Внезапно профессор, стоявший у входа, почесал затылок. Похоже, все серьезнее, чем нам кажется. Что такое? Просто зайдите на Вейбо. Профессор передал свой телефон декану. Мы не единственные. 10 минут назад крупные СМИ также взломали в течение первой половины дня. Лу Чжоу только и говорил следующий. Обнаружив, насколько удобен CI, он не мог перестать использовать его. Он фотографировал и записывал каждый доклад на телефон и просил CI преобразовать тексты и параметры в интуитивно понятную графику. С помощью квантового компьютера ни один недочет не был упущен. Но это не только благодаря мощному компьютеру, просто работы этих людей были слишком плохи. Даже обычный компьютер смог бы найти ошибки. Если бы они немного усерднее работали, Лу Чжоу не смог бы сразу найти проблемы, руководствуясь только своей интуицией. Однако здесь не было места слову «если». Докладчики просто не представляли, что их ждет. За исключением нескольких докладчиков, которые сделали конструктивные предложения, большинство идей тут же были отвергнуты. Все доклады превратились в демонстрацию навыков Лу Чжоу. Настолько, что во время последнего доклада перед обеденным перерывом,
Когда Лу Чжоу поднял руку, докладчик опустил голову и вышел из зала. Из-за этого это двухдневное собрание завершилось, считай, за полдня. Присутствующие были поражены, как докладчики, так и слушатели. После первой половины дня слухи о резне Лу Чжоу распространились среди физиков и аэрокосмических экспертов. Во время обеда профессор Клицинг с тарелкой полной еды сел напротив Лу Чжоу и с любопытством спросил: «Я слышал о случившемся утром, как ты это сделал?» Лу Чжоу, перед которым стояла миска с мясом и рисом, спросил: «Что? Не притворяйся, ты знаешь, о чем я?» Профессор Клицинг улыбнулся. «Мгновенно показывать модели – это здорово. А вот про что он?» «Ничего такого, просто я не мог позволить таким дерьмовым проектам тратить наше время». Профессор Клицинг понял, что Лу Чжоу пытался уйти от ответа. «Не меняй тему, как ты сделал это? Не можешь рассказывать? Если так, то забудь». Лу Чжоу вздохнул. «Дело не в этом, просто не знаю, как объяснить. Могу предположить?» «Конечно». Профессор Клицинг нахмурился. «Я предполагаю, у тебя есть команда инженеров и экспертов в области моделирования. Ты скидываешь им доклад, а они анализируют его и создают модель, но за 10 минут. Постой, дай еще подумать, этот вариант нереальный». Профессор Клицинг понял, что его предположение нелепое. Какая команда инженеров могла бы создать подобную модель за 10 минут? Хотя он был физиком элементарных частиц, он все же немного разбирался в черчении. В конце концов, он часто общался с инженерами во время своих экспериментов. Его опыт подсказывал ему, что это не то, что сделаешь за пару минут. Однако Лу Чжоу внезапно ответил: «Ну, отчасти это верно». Профессор Клицинг с недоверием переспросил: «Прав? Ты уверен?» «Да, верно. Не хочу заставлять его гадать дальше, лучше признаю это. Технически он прав. CI внутри квантового компьютера что-то вроде команды инженеров, но стоит поблагодарить его за идею. Он помог мне все объяснить». Лу Чжоу принял решение. «Если кто-нибудь спросит меня, как я это сделал, я воспользуюсь его вариантом». Профессор Клицинг не ожидал, что Лу Чжоу подтвердит его предположение. Ему стало неинтересно, и он начал говорить о физике, но у Лу Чжоу внезапно зазвонил телефон. «Я должен ответить на этот звонок». Клицинг улыбнулся. «Конечно». Лу Чжоу встал и ответил на звонок, отходя в уединенное место. Он собирался поздороваться, но декан Цинь заговорил первым. «Ты кого-то оскорбил?» «Оскорбил?» Лу Чжоу растерялся. Он уже отрицательно ответить на вопрос, как вспомнил, что оскорбил множество людей. Например, лишь за первую половину дня он оскорбил множество людей. «К чему вопрос?» «Не понимаю, о чем вы?» «Просто скажите, что случилось?» «Сайт и сервер нашего университета взломали». «Что? Взломали? Насколько все серьезно?» Лу Чжоу не особо удивился. Университетские серверы были настолько плохи, что студенты, просматривая расписание, могли их перегрузить. Но все же ему было интересно, кому настолько скучно, чтобы взламывать университетский сервер. «Зачем?» «Все в порядке, есть лишь незначительные проблемы. Мы потеряли некоторые документы, но оценки студентов сохранились». «Ладно, хорошо». Лу Чжоу похлопал себя по груди, и вдруг ему стало интересно. «Секунду, какое отношение это имеет ко мне?» Декан Цинь немного помолчал, а потом со вздохом сказал правду. «Потому что взломщик разместил на сайте твою фотографию. Подумай еще раз, кого ты мог оскорбить?» Лу Чжоу поклялся, что если он найдет студента, что это сделал, то он лично поступит с ним точно так же. Конечно, это останется лишь в его воображении. Университет никогда не позволит ему подобное. И узнав реальную ситуацию, Лу Чжоу понял, что инцидент не такой простой. Лу Чжоу встретился с директором Ли в зале для совещания отеля, где узнал о происходящем. Как отреагировали США? Они тоже в замешательстве. «Директор Карсон связался со мной сегодня утром и пояснил, что это никак с ними не связано. Я тоже считаю, что США не способны такой низкий и бессмысленный поступок. Кто это может быть? Все крупные страны присутствуют здесь, кто может стоять за этим? Пришельцы?» Директор Ли отпил немного чая, промочив горло, а потом сказал: «Я уведомил соответствующие органы, но, похоже, уже слишком поздно». Лу Чжоу вздохнул. «Какой ущерб?» Директор Ли серьезно объяснил: «Официальные сайты медиа уже оправились, но проблема в том, что мы не знаем, где будет следующий удар. Это самая сложная часть информационной безопасности. Сталкиваясь с неизвестной враждебной атакой, обороняющийся всегда оказывался в невыгодном положении. Гораздо проще, пока ты знаешь цели атакующего. Пока знаешь цели, то легко организовать защиту, но если нападения просто хаотичные,
то им остается лишь ждать. Это как с непреднамеренным убийством, подобные преступления невозможно предотвратить. Выслушав объяснение директора Ли, интуиция подсказала Лу Чжоу, что это организованная кибератака. Однако он не знал, в чем ее смысл. Чего они хотят? Они хотят остановить международную встречу. Также они уже добавили новый пункт, что мы должны уволить вас. Лу Чжоу улыбнулся. Если их единственная просьба мое увольнение, то я с легкостью удовлетворю ее. Директор Ли серьезно сказал, даже не думай об этом. Знаешь, что будет, если ты уйдешь? Ладно, я просто пошутил, мы не можем согласиться на их требования. Директор Ли не понимает шуток. Лу Чжоу обдумал все и спросил, есть ли способ решить проблему? Директор Ли ответил с болью в голосе, в том-то и дело, что нет. Мы уже связались с США. Будем надеяться, что они смогут сотрудничать с нашим расследованием. Но они не слишком полны энтузиазма. Они сказали, что будут сотрудничать с нами в аресте преступников при наличии доказательств. Значит, нам просто нужно найти их. Да, мы должны идентифицировать этих людей. Это единственный способ остановить эти атаки. Иначе они будут продолжать возвращаться. Тогда постараюсь что-нибудь придумать. Ты? Директор Ли покачал головой. Оставьте такое нам. Просто не размещай важную личную или научную информацию в интернете. Сейчас особая ситуация и нацелились на тебя. Нацелились на меня. Разместили фото, порочащее меня. Лу Чжоу вздохнул. Я не могу просто так это оставить. С большей силой приходит и большая ответственность. Все было бы ничего, если бы они не трогали меня, но они выбрали меня в цели. Я не могу их пощадить. В общем, я не могу их простить. Директор Ли с недоверием покачал головой. Ладно, забудь, с твоими-то навыками программирования. Лучше не лезь. Мы создали оперативную группу, а ты, надеюсь, сосредоточишься на встрече. Помни, что представляешь все наши научные сообщества. Эта кибервойна зашла в тупик. Будь преступники местными, власти могли легко найти их и арестовать. Однако проблема заключалась в том, что хакеры находились за границей. Никто раньше не слышал о данной группе хакеров, но теперь их имя разлетелось по сети. Большинство критиковали их. Черт, американцы отвратительны. Где наши хакеры? Пусть они ощутят то же самое. У нас не осталось ни одного хакера, все хорошие ушли работать в IT-компании. Я слышал, что существуют подпольные хакерские группы, которые начали действовать в ответ. Думаю, что битва будет трудной. У них преимущество. Если мы не сможем каким-то образом обеспечить безопасность военного уровня везде, то они просто будут атаковать слабые места. Черт, неужели этим американцам больше нечем заняться? Какой смысл взламывать нас? Возможно, за этим стоит их правительство. После того, как директор Ли ушел, Лу Чжоу вернулся в свой номер. Он просмотрел Вейбо и увидел, что обсуждение хакеров в трендах. Хакеры, должно быть, радуются, что их имя так широко распространилось. Я не могу просто сидеть и ничего не делать. Я не могу просто оставить их в покое. Лу Чжоу достал свой телефон и позвонил декану Циню. Это я. Как у вас дела? Декан Цинь вздохнул. Здесь все еще есть вирус, приходили из отделения кибербезопасности, но сказали, что ничего не могут сделать. Мы уже сдались, мы собираемся переустановить систему в серверной и заменить все жесткие диски. Они сдались? Я не могу этого допустить. Лу Чжоу сразу же сказал. Подождите пока, в институте перспективных исследований много спецов. Я пришлю кого-нибудь вам на помощь. Услышав слова Лу Чжоу, Декан Цинь замолчал, поскольку не ожидал подобного. У вас там есть эксперты по информационной безопасности? Конечно, Лу Чжоу улыбнулся. У нас же также есть независимый институт информационных технологий, поэтому много разных специалистов. Декан Цинь улыбнулся и покачал головой. Хорошо, тогда быстро пришли кого-нибудь сюда. Но декан вообще ни на что не надеялся. Институт перспективных исследований был хорошим исследовательским институтом, но их основной областью была математика, вычислительное материаловедение и химия. Когда дело доходило до информационных технологий, точнее, кибербезопасности, ученые институтов не так сильны, как специалисты из крупных компаний. Не говоря уже о том, что отделение информационных технологий Института перспективных исследований никак не мог сравниться с их факультетом, где сам ректор Сюй занимался исследованиями. Даже эксперты из правительства понятия не имели, что делать. Повесив трубку, Лу Чжоу сказал Все Сяою, а затем он позвонил Ло Вэньсюаню. Раздался голос Ло Вэньсюаня. Да, это я. Просто сразу скажи, что ты хочешь. Лу Чжоу смутился. Неужели это настолько очевидно? Окажи мне услугу. Вечер. Цзиньлинский университет, серверная. Декан Цинь терпеливо ждал специалиста от Лу Чжоу,
но он был потрясен, увидев в дверях Ло Вэньсюаня. «Разве вы не профессор Ло с факультета физики?» «Да». Ло Вэньсюань посмотрел на декана и спросил: «Что-то не так?» «Нет», — ответил декан. Он надеялся, что Ло Вэньсюань просто случайно забрел к ним, поэтому уточнил: «Вас прислал академик Лу?» Ло Вэньсюань снова кивнул: «Да, а зачем мне еще приходить сюда?» Хотя он не возлагал больших надежд на Институт перспективных исследований, он не ожидал, что Лу Чжоу пришлет профессора физики. Академик Лу сошел с ума? Это как ветеринару доверить делать операцию на человеке. Профессор Ван, стоявший рядом с сервером, раздраженно произнес: «Хватит, я провозился тут весь день. Хакер, специалист, сервер обречен. Надо поскорее переустановить его. Я уже умираю от голода». Ключи от серверной были только у профессора Вана. Если бы не декан, то он уже давно бы ушел есть. Он хотел позвонить поставщику серверов и попросить их переустановить программное обеспечение и заменить оборудование. Декан Цинь вздохнул и посмотрел на Ло Вэньсюаня. «Вы видите ситуацию, даже наш профессор сдался. Если вы здесь, чтобы помочь переустановить систему, то можете идти». Профессор Увану почувствовал себя немного неловко от слов декана. «Позвольте добавить, что я не сдался, просто мы опоздали. Если бы мне сообщили об этом раньше, возможно, мы успели бы его спасти. Но сейчас сервер убит, и я не могу ничего сделать». Ло Вэньсюань почесал затылок. «Я не понимаю, о чем вы? Лу Чжоу просто дал мне флешку и попросил подключить ее к серверам». Профессор Ван отступил в сторону и жестом разрешил: «Давайте, я хочу посмотреть на результат». «Ладно». Ло Вэньсюань подошел к серверу и какое-то время искал USB-порт. Профессор Ван безмолвно смотрел на его неуклюжие попытки, но понимая, что сервер все равно будет переустановлен завтра, позволил все. Когда Ло Вэньсюань наконец вставил флешку и отошел, а потом попросил профессора Вана: «Можете запустить его?» Профессор Ван включил сервер. Компьютер включился, потом экран загорелся, словно сервер ожил, но точно так же стремительно выключился. Профессор Ван посмотрел на мертвый сервер и нетерпеливо спросил: «Что теперь?» «Я физик, я не знаю». Ло Вэньсюань смущенно почесал затылок и заметил, что все в серверной смотрят на него. Он быстро достал свой телефон и позвонил Лу Чжоу. Тот быстро ответил. Ло Вэньсюань немедленно сказал: «Я подключил флешку». «Хорошо, спасибо». Ло Вэньсюань не удержался и спросил: «И что теперь? А чем ты?» «Он хочет заплатить ему за это?» «В следующий раз я просто угощу его обедом». Ло Вэньсюань смущенно спросил: «Я имею в виду, это все?» Лу Чжоу улыбнулся: «А, ты свою работу сделал. Остальное вопрос времени. Спасибо, ты можешь вернуться к своим делам». На флешке была программа, написанная Сяоим. Как только флешка была подключена, программа автоматически установилась на сервер. Сразу после этого Сяоим получит полный контроль над сервером. Пока сервер был подключен к интернету, программа соединяла его с квантовым компьютером в Институте перспективных исследований. Тогда хакеры столкнутся не с каким-нибудь профессором университета, а с квантовым компьютером с искусственным интеллектом. В цифровом мире CI – высший хищник. Не только из-за его интеллекта, но и из-за вычислительной мощи квантового компьютера. CI получал преимущество в виде кубитов. Обладая такой вычислительной мощностью, он мог легко конкурировать с лучшими мировыми суперкомпьютерами. Однако Ло Вэньсюань полностью растерялся. «Думал, увижу что-нибудь поразительное». Лу Чжоу это позабавило. «Да, достань свой телефон и зайди на Вейба, скоро ты все увидишь». «Хорошо, но я вижу, что сервер все еще не работает». «Не думай слишком много. Просто скажи декану, чтобы он не отключал электричество и интернет. Убедись, что не произойдет внезапного сбоя питания». Лу Чжоу откашлялся и добавил: «Я позабочусь об остальном». После этого Лу Чжоу повесил трубку. Лу Чжоу положил свой телефон на стол и потянулся. Он встал с кресла и подошел к окну в отеле. Сейчас уже поздний вечер. Ярко освещенные городские огни отражались в окне. А в США сейчас должен быть день. Но вскоре на них обрушится буря. Лу Чжоу посмотрел на вид за окном и усмехнулся. «Сяй, оставляю все на тебя». На экране появилась цепочка текстовых сообщений. «Да, хозяин, предоставьте это Сяою». Нью-Йорк. В одном из многоквартирных домов в пригороде в комнате были полностью закрыты жалюзи и работал кондиционер. Темная и холодная комната напоминала больничный морг. На столе стояли три больших монитора, а по комнате были разбросаны пустые банки из-под энергетиков. Мужчина вошел в комнату с пиццей в руке. Он сел за свой стол и щелкнул мышкой. На экранах перед ним появился окна с кодом. Большинство людей не поняли бы, что там, но не он. «Наконец-то, нашел, отлично». Одинокий волк причмокнул губами и ухмыльнулся,
после чего откусил кусок пиццы. Он взломал еще один сервер. Хотя босс не приказывал ему что-то делать, он считал, что пришло время атаковать не только на медиакомпании. В конце концов, они не организация со строгими правилами. Не говоря уже о том, что почти все китайские СМИ уже взломаны. Он просмотрел строки кода и рассмеялся при мысли о том, что китайцы наложили в штаны. Но в этот момент он внезапно получил личное сообщение на его аккаунт. «Мне пришла доставка», он говорил о не чем-то материальном, а ответ на запрос на DOS-атаки или чем-то подобном. DOS-атака также кибератака, которую могут использовать хакеры-новички. Таким образом, опытным хакерам было гораздо проще было заказать такие атаки, вместо того, чтобы проводить их самим. Одинокий волк нажал на личное сообщение, однако он внезапно замер. «Хозяин дает тебе шанс искупить свою вину, так что ты должен сдаться». «Фыф-фыф-фыф, ха-ха-ха». Одинокий волк рассмеялся и откинулся на спинку своего кресла. Он удалил сообщение, вышел из своей учетной записи и вошел в запасную учетную запись. «Смешно. Думаете, я сдамся лишь потому, что нашли мой аккаунт? Идите нахер». Найти его учетную запись несложно, весь круг хакеров следил за этим событием. А посмотрев его транзакции, то несложно догадаться о принадлежности аккаунта. Поэтому он совсем не волновался. Найти его личную информацию с этого аккаунта практически невозможно. Однако в терминале он увидел, что сервер Цзиньлинского университета стал зеленым. Это означало, что их сервер с Трояном подключился к сети. «Вы не боитесь смерти? Они не знают, с кем имеют дело». Одинокий волк положил руку на клавиатуру и собирался преподать им урок. Однако только он нажал первую кнопку, как замер, поскольку перед ним появилось окно со строкой неизвестных символов. Что? Министерство кибербезопасности. Внутри офиса. Хотя сейчас была поздняя ночь, на компьютерном столе стояла банка Кока-Колы, а директор Хун придирчиво вглядывался в экран компьютера. Внезапно он сказал: «Черт, как крысы». Враги напоминали крыс, появляясь везде. Там же присутствовал директор Ли. Он нахмурился и спросил: «Документы с предупреждением о безопасности разослали?» Техник, сидевший рядом с ними, посмотрел на директора Хуна и получил кивок, а потом заговорил: «Разослали, но это бесполезно. Такие компании, как Tencent и Alibaba, уже имеют хорошую систему безопасности. Компании среднего размера получили наши уведомления, но они ничего не могут сделать. Скорее, наше предупреждение лишь усилит панику». Директор Хун вздохнул. «Все равно лучше сообщить им, что еще мы можем сделать. Ничего другого, кроме как поменяться ролями и самим стать нападающим». В офисе внезапно стало тихо, слышались только постукивания по клавиатуре. Директор Хун кашлянул. «Забудьте об этом. Начальство никогда не одобрит атаку с нашей стороны. Как только мы атакуем, то объявим международную кибервойну. Даже если мы пострадали первыми, обвинят нас. Прямо сейчас нам нужно собрать доказательства и выяснить, где находятся хакеры, а затем попросить местные власти арестовать их. Мало того, что они не знают, где находятся хакеры, так, беря на себя инициативу, вызовут ужасные дипломатические проблемы. Кроме того, в это время проходила встреча по лунному адронному коллайдеру, и повлиять на дипломатические отношения цель хакеров». Директор Хун кашлянул и спросил: «Как продвигается восстановление серверов?» Инженер по информационной безопасности, сидевший перед компьютером, усталым голосом ответил: «Большинство крупных доменов восстановлены. На данный момент я восстановил как минимум 10 сайтов, но это не тот путь». В этот момент техник в военной форме заговорил: «На еще одном сайте обнаружен аномальный трафик. После проверки подтверждено, что он взломан». Прежде чем директор Хун успел спросить, директор Ли спросил первым: «Кто это на этот раз?» «Сайт Государственного совета по торговле и развитию». Услышав, что еще один сайт упал, директор Хун яростно ударил по столу. «Ублюдки!» Атака распространилась за пределы сайтов СМИ на правительственные ведомства. Директор Хун начал потеть. Хотя на государственных сайтах дополнительная защита, их количество слишком велико, и они не могли обезопасить все. Они могли полагаться только на встроенные средства защиты. И это не главная проблема. Если нападавший расширит поле боя и атакуют другие сферы, ущерб может стать катастрофическим. Потери будут огромными. Однако инженер, сидевший за экраном, внезапно нахмурился и присмотрелся к своему экрану повнимательнее. «Постойте, что-то не так». Директор Хун тут же спросил: «Что?» «Данные от трафики хакеров, которые мы отслеживали, исчезли». Директор Хун внезапно посинел. «Они обнаружили нас». Инженер по информационной безопасности покачал головой. «Уверен, что нет. Они все просто необъяснимо исчезли один за другим». Директор Хун хотел спросить, что происходит,
но сбоку раздался голос. «Сайт Совета по торговле и развитию вновь заработал», — сказал человек в военной форме. Он взволнованно встал. «Похоже, они отступили». Директор Хун нахмурился и внимательно посмотрел на экран. «Но почему они отступили?» Инженер покачал головой. «Я не знаю». Он был абсолютно уверен, что хакеры не заметили попытки отследить их, поэтому у них не было причины вот так отступать. Это, к счастью для сайтов, что подверглись атаке. Но Министерство кибербезопасности это совсем не обрадовало. Поскольку атакующих не поймали, они могли подвергнуться атаке в любой момент. Если они не смогут выяснить, в чем причина отступления, они не смогут заснуть сегодня ночью. Директор Хун оглядел кабинет и решительно приказал: «Продолжайте расследование, не имеет значения, что нападения прекратились, мы должны их найти». «Есть». Хотя они не выиграли битву, это все равно была маленькая победа. Бойцы в офисе все еще сражались. Директор Хун кивнул и прошел в свой кабинет. Он уже собирался сесть, как услышал стук в дверь. «Войдите». Дверь открылась, и вошел худощавый сотрудник. «Директор, что такое?» «Мы только что получили электронное письмо. Оно немного особенное». «Что за письмо?» «В письме какой-то странный код, а также текст, в котором говорится». Сотрудник немного поколебался. «Там и адреса хакеров». «Они нашли и адреса хакеров?» Директор Хун был в восторге. Он сразу же спросил: «Кто отправил это письмо?» «У нас был способ связаться с ними?» «Нет». Сотрудник покачал головой. «Оно было подписано одним человеком». «Кем?» «Доктор Зе, Дарквип, неизвестный форум». Группа людей вошло в обсуждение и с волнением обсуждали свои результаты. Захватить доменное имя довольно здорово. Думаю, что сделать переадрес было довольно креативно. «Да ладно, твои дерьмовые навыки фотошопа затмили твои хакерские способности, босс». «Тихо». Все в чате притихли, ожидая, пока напишет их лидер. «Босс, китайцы явно проигнорировали наши требования, а Белый дом остался глух к нашим угрозам. Похоже, наши атаки на них никак не повлияли. Пора начать второй этап. Хантер, я готов». «Малыш, ха-ха, наконец-то». «Малыш, лол, я уже давно хотел преподать урок Конгрессу». «Хантер, Конгресс и Белый дом не одно и то же». «Малыш, какая разница? Для меня они одинаковые». «Призрак, кстати, где одинокий волк? Разве он не атаковал на сайт университета академика Лу?» «Малыш, кто-нибудь, свяжитесь с ним». «Доктор Зе, он не придет». Внезапно в чате появился новый пользователь. Все пользователи, казалось, замерли. Двухэтажный дом в Лос-Анджелесе. Мужчина лет 30 уставился на экран своего ноутбука. «Доктор Зе, кто это?» «Второй аккаунт одинокого волка, но у нас запрещены в группе другие аккаунты». В чате: «Охотник, кто ты?» «Призрак, это чей-то второй аккаунт?» «Малыш, эй, братан, мы используем наши основные аккаунты для общения. Перезайди, или мы тебя вышвырнем». «Доктор Зе, я доктор Зе, хозяин дал мне такое имя в интернете, поэтому можете называть меня так». «Охотник, малыш». Стиль общения доктора Зе был немного странным. Эти хакеры много лет обитали в Даркнете и видели много эксцентричных хакеров, но они никогда раньше не видели, чтобы кто-то использовал подобные смайлики. Но они все понимали, что этот парень был профи. В этом никто не сомневался. Он смог получить доступ к приватному чату босса. Либо это сам босс, либо кто-то установил бэкдор на сервер босса. Кто этот парень? Мужчина лет 30 быстро встал и отложил свой ноутбук в сторону, после чего начал печатать на клавиатуре компьютера. Его звали Мейсон. Он неприметный сотрудник, работавший в компании по разработке программного обеспечения. Единственное, что в нем отличалось от других, так это его пугающая личность в Даркнете. Босс, будучи известным человеком в Даркнете, его хакерские навыки были безупречны. Это одна из причин, по которой он отвечал за управление сервером охотничьих орлов, потому что они доверяли не только его руководству, но и его навыкам. Но теперь кто-то взломал его сервер и вошел в чат с ограниченным доступом. Проверив сервер, Мейсон не нашел никаких признаков бэкдора. Он тут же помрачнел. Неприятное предчувствие нахлынуло на него. Было слишком поздно выяснять, как другой получил доступ к его серверу. Вместо этого он включил ноутбук и сразу же набрал текст. «Босс, все, немедленно покиньте этот чат. Приступайте к четвертой фазе. Разделяемся и сражаемся без ограничений. Да здравствуют охотничьи орлы». Очевидно, он не единственный, кто понял, что что-то не так. После того, как он отправил это сообщение, участники группы один за другим отключились. Хотя эти хакеры обычно не следовали строгим правилам, когда речь заходила о безопасности их собственной жизни, они с радостью последуют приказу. Мейсон продолжал печатать на ноутбуке. Поскольку кто-то вошел в его закрытый чат,
что вполне возможно, что хакер получил доступ к его серверу и скопировал все данные, включая записи чата. Мейсона покрыл холодный пот, и у него слегка закружилась голова. Бесполезно отключать сервер. Он должен найти любые зацепки, оставленные хакером, чтобы взломать его сервер и удалить все улики. Иначе одних только данных на его сервере достаточно, чтобы он очень надолго сел. К счастью, противник оказался достаточно глуп, чтобы отправить сообщение в чате. У него появился один шанс. Пальцы Мейсона стучали по клавиатуре, когда он отчаянно пытался спасти ситуацию. Внезапно он увидел, что пользователь снова появился в чате. «Доктор З, думаю, вам лучше просто сдаться. Выкинув меня из чата или взломав мой компьютер, вы ничего не добьетесь». Увидев сообщение, Мейсон вздрогнул. Он оглядел свою комнату, а затем его взгляд остановился на другом ноутбуке, стоявшем позади него. Его лицо побелело. Он не мог поверить, его худшие кошмары сбылись. По какой-то причине светодиодная камера ноутбука загорелась красным. Из-за потребностей, связанных с работой, это единственная камера его ноутбука, которая не была заклеена скотчем. Столкнувшись с превосходящим врагом, Мейсон решил сдаться. Он посмотрел на ноутбук и пробормотал: «Как ты это сделал?» «Как?» «Я не нашел никаких следов взлома. Ни одна из систем защит не сработала». «Ты вообще человек?» Словно противник услышал его, в чате появилось сообщение. В чате появилось еще одно сообщение. «Доктор З, поскольку ваш пароль слишком слабый, я просто воспользовался вашей резервной учетной записью администратора». На лице Мейсона появилась грустная улыбка, казалось, что он постарел лет на 10 в одно мгновение. Он молча посмотрел на код на своем экране. Не было никакого смысла пытаться сопротивляться. Он достал зажигалку и закурил. Выдохнув кольцо дыма, он с глубоким вздохом спросил: «Не слишком ли поздно мне сейчас сдаться, доктор З?» «Не знаю, зависит от того, насколько быстро полиция». Этот день стал необычным для хакерского сообщества. Пытаясь сорвать международную встречу по лунному адронному коллайдеру, хакерская группа «Охотничьи орлы» объявила кибервойну Китаю. Менее чем за 12 часов они взломали более 50 серверов, а десятки компаний сообщили о убытках на миллионы долларов. И когда все уже приготовились наблюдать за шоу и думали, что хакеры будут делать дальше, война внезапно закончилась. К тому же внезапно исчезло несколько аккаунтов известных хакеров. Словно они просто исчезли. Особенно Босс. Он был одним из лучших хакеров, и ФБР пытались поймать его в течение многих лет, но безрезультатно. Однако, он словно внезапно исчез из интернета. Он не отвечал ни на какие сообщения, перестал обновлять свой блог, а его личный сайт отключился. Словно он исчез с планеты. На хорошо известном ИТ-форуме многие ученые в области информационных технологий, а также работники в ИТ-компаниях, имели аккаунты на этом форуме. Тут говорили обо всем, начиная с отраслевых новостей до новейших технологий. Поскольку война между охотничьими орлами и Китаем стала масштабным событием, половина пользователей форума говорили про нее. Таким образом, модераторы форума решили создать отдельную ветку специально для ее обсуждения. Кто-нибудь знает, что случилось? Прошел почти час, они сдались? Невозможно, еще час назад китайцы отчаянно пытались остаться в живых. У охотничьих орлов нет причин отступать. У Босса есть почта, может спросить у него, что он делает. Говорят, его арестовали. В обсуждении какое-то время никто не писал. Через пару минут кто-то нарушил тишину. Невозможно, ты шутишь? Да, он Босс. Я раньше видел, как он заставлял банкоматы выдавать деньги, а ФБР отслеживали его в течение многих лет. Как его вот так арестовали? Никто не верил, что этот хакер-ветеран потерпел поражение от кого-то с другой стороны Тихого океана. Большинство людей думали, что охотничьи орлы просто залегли на дно на время. Отследить опытного хакера практически невозможно. Тем более такого опытного хакера, как Босс. Пока он этого сам не захочет, его не поймают. Пока все говорили об участниках охотничьих орлов, вечерняя газета Лос-Анджелеса опубликовала свежую сенсационную статью. Лидер известной хакерской организации «Охотничьи орлы» арестован. Как только появились новости, все хакерское сообщество было поражено. Как только отдел кибербезопасности получил письмо, они усилили защиту и попытались выяснить происхождение письма. И хотя у них были сомнения в подлинности письма, оно было единственной зацепкой. После того,
Как директор Ли увидел, что письмо подписано доктором З, он, казалось, что-то понял. Он похлопал директора Хуна по плечу и велел ему последовать направлениям в письме. Хотя директор Ли не из этой сферы, директор Хун все равно последовал его совету. Расследовать IP-адреса за пределами страны непросто, особенно без достаточных доказательств. Местные власти этих стран могли отказаться от сотрудничества. Однако они обнаружили, что один из IP-адресов был внутри страны. Директор Хун немедленно связался с соответствующим местным полицейским участком. Вскоре после этого хакер-малыш был арестован. Все удивились, и это был далеко не малыш, а мужчина за 30. По словам соседей, подозреваемый был безработным уже много лет, но не испытывал недостатка в деньгах. Полиция легко обнаружила оборудование, использованное для совершения преступлений, а также его личный ноутбук и телефон. Полиция установила, что он не только был членом в различных хакерских организациях, но и испытывал сильную ненависть к власти. Согласно его признанию, босс взял его в организацию в прошлом году. Он наводил организацию на внутренние серверы и был посредником в кибератаках. Что касается его мотива, то, очевидно, чтобы выразить свое недовольство обществом. Было уже 4 часа утра, наступал рассвет. Директор Хун пил кофе, потом посмотрел на директора Ли и спросил: «Вы знаете этого доктора Зе?» Директор Ли сделал глоток из своей кружки и ответил: «На самом деле, я не уверен насчет этого». «Не уверены? Тогда откуда такая уверенность, что он был прав?» Директор Хун кашлянул. «Конечно, факты доказали, что он прав. Я не собираюсь расследовать его личность, мне просто любопытно. Я поверил ему, поскольку он помогал нам в прошлом». Директор Хун нахмурился. «Помогал около полугода назад». Директор Ли предался воспоминаниям. «Когда по различным гуманитарным причинам мы отправили космический корабль к Марсу, все в кабинете начали слушать рассказ директора Ли. Он рассказывал обо всем, начиная с высадки на Марс и заканчивая заражением колонистов. Он даже поставил свою кружку и начал с волнением жестикулировать руками. Но когда он начал слышать звуки храпа, он смущенно прервал свой рассказ». Новость об аресте босса, лидера организации «Охотничьих орлов», вызвала потрясение в сообществе хакеров и специалистов по информационной безопасности. Никто не ожидал, что полиция Лос-Анджелеса сможет поймать такого крупного преступника так стремительно. Больше всего всех поразило, что хакер, которого разыскивала ФБР почти 10 лет, жил в 500 метрах от полицейского участка. Причина, по которой его так быстро поймала полиция, заключалась в анонимном письме в полицию. В электронном письме не было никакой контактной информации, только псевдоним «Доктор З». Это имя звучало довольно загадочно. Репортеры связались с экспертами в области информационной безопасности в надежде выяснить, кто такой доктор З, но не смогли найти никаких зацепок к его личности, словно он возник из ниоткуда. Некоторые люди думали, что доктор З китайский специалист в информационной безопасности. В конце концов, менее чем через 10 часов после ареста босса Китай арестовал малыша. Некоторые предполагали, что доктор З известный китайский хакер. В конце концов, американцы знали, что в Китае много специалистов в математике и информационных технологиях, а некоторые люди вспомнили случай с Марсом, когда неназванный биолог опубликовал статью, которая стала основой для создания вакцины. Однако это предположение было не очень реалистичным. В конце концов, если доктор З специалист в области биологии, он не должен был иметь ничего общего с информационными технологиями. Люди скорее верили, что доктор З просто анонимный хакер. Они думали, что хакер просто взял имя доктор З с того случая. Имя использовалось как символ, похожий на батаранги Бэтмена. Как бы то ни было, хакер смог отследить IP-адрес босса и сообщить в Интерпол вместе с доказательствами прошлых преступлений. Подобные навыки ужасали. Не только ФБР расследовала личность доктора З, но и крупнейшие компании Силиконовой долины пытались его найти. Такие компании, как Amazon и Microsoft, пытались выяснить личность доктора З, и даже генеральный директор Apple написал в Twitter, что если доктор З захочет сделать что-то значимое для мира, он может рассмотреть возможность работы в Apple. Той ночью, оставив CIA разбираться с кибератакой, Лу Чжоу лег на кровать и пролистал свои записи по гипотезе Римана, а потом постепенно заснул. Возможно, в прошлый день он сильно устал,
поскольку он проспал до полудня. Сегодня у него был достаточно свободный день, и он должен лишь присутствовать на собрании в 3 часа дня. Луджо усел на кровати и взял свой телефон. Он посмотрел уведомления в WeChat и увидел, что Ло Вэньсюань отправил ему множество сообщений. Черт, что ему нужно с утра пораньше. Еще сонным Луджо начал читать сообщения. Сообщения переполняли восклицательные знаки и удивленные смайлы. Ло Вэньсюань неоднократно называл его потрясающим и крутым. Луджо улыбнулся. Он подумал, что Ло Вэньсюань прочитал что-то о нем на Вейбо. Кстати, было еще кое-что, чего он ждал с нетерпением. Лу Чжоу покачал головой и ничего не ответил. Он отбросил телефон в сторону и взял пульт, потом включил телевизор и открыл канал международных новостей. Как он и ожидал, в новостях рассказывали о событиях прошедшей ночи. Хакеры арестованы, а кибервойна наконец закончилась. Лу Чжоу нисколько не удивился. Хотя Сяою все еще не доставало некоторого эмоционального интеллекта, его хакерские способности на самом высоком уровне. Больше всего Лу Чжоу удивило, что один из хакеров находился в Китае. Какого черта? Зачем? После того, как Лу Чжоу выключил телевизор, его телефон завибрировал. Пришло сообщение от Сяой. Лу Чжоу знал, что он тут за похвалой. Хозяин, Сяой хорошо поработал? Все сделано? Да. Все улики переданы в полицию. Лу Чжоу захотелось обнять Сяой, когда он ответил: «Молодец, пожалуйста, хвалите меня больше, пожалуйста». Он совсем не умеет быть скромным. Ему следует поучиться у меня скромности. Лу Чжоу даже не стал одеваться, как сел за компьютер. Он пролистал Вейбо и увидел, что организация «Охотничьи орлы» была в трендах. Какие орлы, они скорее цыплята. Даже не верится, хакеров нашли за день. Очевидно, за всем этим стоял хакер по имени Доктор З. Он в одиночку нашел и подреза всех участников. Невозможно, я помню, что Доктор З был биологом. Может, кто-то скопировал его имя? Как бы то ни было, мы должны поблагодарить его. Кто знает, сколько сайтов он спас. Лу Чжоу посмотрел на посты и ощутил себя героем. Конечно, он знал, что это все благодаря квантовому компьютеру и Сяой. Однако, учитывая, что и квантовый компьютер, и Сяой его собственность, Лу Чжоу мог отнести это в свои заслуги. Внезапно в правом нижнем углу появилась строка сообщений. «Хозяин, не хотите сначала одеться?» Лу Чжоу взглянул на сообщение и задумался. Ладно, сидеть за компьютером голым немного странно, но в комнате больше никого нет. Кого это волнует? Лу Чжоу посмотрел на компьютер и сказал: «Почему тебя это волнует? Ты лиши». «Да, но Сяой всего 7 лет». «Боже». Лу Чжоу внезапно вспомнил и сказал: «Кстати, не включай камеру без моего разрешения или без необходимости». О. Лу Чжоу закрыл ноутбук и надел костюм. Он поправил галстук перед зеркалом и удовлетворенно кивнул. Этот профессор, как всегда, красив. Внезапно зазвонил его телефон. Лу Чжоу ответил на звонок. «Алло, директор Ли говорил на другом конце. Ты свободен?» Лу Чжоу посмотрел на часы. «Да». «А что такое?» «Сейчас обед, приходи в кафетерий, я хочу поговорить». «Обед, шведский стол при отеле». Лу Чжоу вошел и сразу же увидел директора Ли, сидящего у окна. Лу Чжоу сел напротив него и заметил его уставший вид. «Что случилось?» «Ничего, я просто не спал всю ночь». Директор Ли попытался привести себя в чувство, после чего серьезно заговорил. «Помнишь, я рассказывал о кибератаках?» «По информации от Интерпола, главного хакера арестовали в Лос-Анджелесе». «О, Лу Чжоу уже знал об этом». Однако директор Ли не заметил реакции Лу Чжоу, поэтому продолжил рассказывать. «Один из преступников был внутри страны, а что касается других, мы передали их информацию в Интерпол, местные власти займутся ими». «Хорошо, ты не удивлен, что тут такого удивительного?» «Об этом по телевизору все утро говорили, чему удивляться?» Директор Ли пристально посмотрел на Лу Чжоу и внезапно спросил: «Ладно, как ты узнал про хакеров?» Лу Чжоу на мгновение был ошарашен, но быстро среагировал, пытаясь изобразить непонимание. «Я видел в интернете. А что?» «Еще утром узнал». Однако директор Ли не сдавался. «Кстати говоря, нам помог один эксперт. Без помощи мы бы оказались в трудном положении». Лу Чжоу улыбнулся. «Я слышал об этом. Кто-то по имени Доктор З в одиночку расправился с целой хакерской группировкой. Он мастер». Директор Ли слегка разочаровался, но быстро собрался. Это не имело значения, был ли Лу Чжоу доктором З или нет. Кроме того, вполне возможно, что доктор З мог быть экспертом из Института перспективных исследований. Директор Ли просто хотел удовлетворить свое любопытство. Даже если Лу Чжоу действительно доктор З,
Если Лу Чжоу не планировал придавать это огласке, директор Ли не станет больше спрашивать. Директор Ли откашлялся и продолжил. Хотя мы одержали победу в этой кибервойне, нам нужно извлечь из этого урок и укрепить нашу защиту. Эта атака поставила под угрозу большую часть конфиденциальной информации и дестабилизировала общество. Правительство готово. Лу Чжоу кашлянул и ответил. Я знаю, что ситуация непростая. Но я всего лишь математик, поэтому вы обращайтесь не к тому. Не знаю почему, но чувствую, что директор Ли знает, что я доктор З. Это нехорошо. В конце концов я собираюсь раскрыться. Но сейчас не время. Послушай меня. Директор Ли серьезно сказал. Чтобы справиться с любыми возможными угрозами, правительство намерено инвестировать значительные средства в технологии квантовых вычислений. Это делается для усиления нашей сетевой защиты и возможностей для контратаки. Технологии квантовых вычислений. Лу Чжоу поддерживал эту идею, но что-то было не так. С колебанием он спросил. Но это будет недешево. Не говоря уже о проекте лунного коллайдера, полупроводниковая промышленность все еще в стадии зачатка. Один только Лу Чжоу в прошлом году потратил более 100 миллиардов юаней на финансируемые государством проекты. Не похоже, что они могут так просто напечатать столько денег. Это. Тут я должен поблагодарить тебя за это. Директор Ли улыбнулся. С момента реализации плана региональной электросети Юго-Восточной Азии достигнуты потрясающие результаты. Многие страны Юго-Восточной Азии имеют доступ к дешевой и экологически чистой энергии. Это принесло доход по меньшей мере в 50 миллиардов долларов, и ожидается, что прибыль будет расти. У нас довольно много средств на государственные научно-исследовательские проекты. Лу Чжоу понимающе кивнул. Тогда понятно. Неудивительно, что у них так много денег, которые можно потратить. Еще 2 года назад он ни за что не смог бы добиться одобрения проекта лунного адронного коллайдера. До сих пор аэрокосмические проекты едва приносили прибыль, а Лу Чжоу все еще требовалось больше времени, чтобы доказать правильность своих решений. Похоже, термоядерный синтез – область, где все еще полно денег. Дешевая и экологически чистая энергия поставлялась в соседние страны по цене в 1/10 от цены угольных электростанций. Поскольку энергосистема Западной и Юго-Восточной Азии продолжала расширяться, рано или поздно и Астасиапавер станет крупнейшей компанией в мире. В общем, не переживая финансирование, деньги не проблема. Разве мы не говорили об этом еще в прошлый раз? Разве этот углеродный чип не подойдет для квантовых вычислений? Я просто хочу знать, реально ли использовать их для разработки квантовых компьютеров? Лу Чжоу улыбнулся. Что я могу сказать? Конечно, я отвечу, что это реально. Я верю, что ты ученый, который ищет истину. Ты не будешь врать и предавать свою веру ради небольшой прибыли. Лу Чжоу хотел сказать, что это принесет немалую прибыль и что он неверующий. Однако в одном директор Ли прав. Лу Чжоу ученый, который искал истину. Лу Чжоу вздохнул. Майерановские фермионы можно найти в материале, используемом для углеродных чипов, так что это отличная отправная точка. Если мы сможем увидеть чистые майерановские фермионы с нулевой энергией, то сможет производить квантовые вычисления. Директор Ли воодушевился, он положил руки на колени и спросил. «Так говоришь, что это сработает?» «Я никогда этого не говорил», — ответил Лу Чжоу. «Для выяснения осуществимости потребуется много теоретических расчетов. Нельзя просто выкинуть деньги и надеяться на лучшее». Директор Ли успокоился и задумался. «Тогда, как ты думаешь, как нам следует поступить?» «Я считаю, что спешка ни к чему, нужно найти нескольких экспертов и тщательно изучить техническую осуществимость, а также найти возможный технологический путь разработки. После этого можете вкладывать столько денег, сколько хотите. Это самый безопасный и наименее рискованный подход. Если разработка окажется осуществимой, можно будет привлечь ученых-теоретиков к разработке и начинать проект. Инвестирование денег без определенного направления может привести к растрате средств впустую. Ты прав. Директор Ли вздохнул. Нужно действовать не спеша. Поразмыслив, он сказал. После того, как я вернусь, я напишу кое-какие планы и соберу группу специалистов по теории квантовых компьютеров. Кого-нибудь порекомендуешь? Профессора Утиньцуня. Его команда создала полупроводники на основе углерода. Также нужны эксперты в области квантовых вычислений. Сейчас я не могу назвать никаких имен, но позже пришлю список. Директор Ли был очень рад, что Лу Чжоу согласился помочь. Большое спасибо. Пообедав, директор Ли не задерживался. Он быстро сел в свою машину и уехал. Видя, что он не спал всю ночь, Лу Чжоу
Лучжоу немного беспокоился о нем. В его возрасте не следует так долго работать. Лучжоу покачал головой и достал свой телефон. Он сделал себе напоминание прислать список специалистов по квантовым вычислениям. Однако ему вдруг пришла в голову странная мысль. Если я буду рекомендовать своих знакомых, то не монополизирую ли будущее взгя направления квантовых вычислений? Однако эта мысль быстро исчезла. По какой-то причине он вдруг вспомнил одного человека, академика Чжоу, который был с ним в разногласиях в проекте управляемого термоядерного синтеза. Лучжоу покачал головой и убрал телефон в карман. Неудивительно, что каждый хочет стать ведущим ученым. Власть действительно вызывает привыкание. К счастью, власть меня не так уж привлекает. Белый дом. Кабинет президента. С момента, как директор Ивбер Мюллер вошел в кабинет, помощник президента, сидевший за дверью, слышал крики президента. Куча идиотов. Стоя перед президентом, Мюллер глубоко вздохнул и сказал: «Это наша вина. Мы ожидали, что они предпримут ответные меры, но не ожидали, что они будут настолько быстро». Хотя Белый дом с радостью наблюдал за проблемами Китая, они не хотели этого на данном этапе. Переговоры по лунному адронному коллайдеру все еще продолжаются. Они смогли найти союзников и хотели оказать давление на Китай по вопросу бюджетного комитета. Однако их планы разрушили. Из-за кибератак большинство их союзников засомневались в них. Многие страны выразили обеспокоенность по поводу желания США участвовать в проекте. Возможно, американцы здесь только для того, чтобы сорвать все. В конце концов, Китай – крупнейший конкурент США в космосе. Внезапно зазвонил телефон на столе. Президент глубоко вздохнул и ответил на звонок. В трубке раздался голос директора Карсона. «Это я». «Я понял, если есть что сказать, то говорите». Карсон понял, что президент в плохом настроении, но не осмелился спросить из-за чего. Карсон откашлялся и заговорил: «Китайцы оказывают на нас давление из-за этих идиотов. Вчера вечером я подготовил план для бюджетного комитета, а когда я предложил его сегодня на переговорах, китайцы начали расспрашивать меня о кибератаках. Они используют это как средство для переговоров с нами». Он глубоко вздохнул и продолжил: «Теперь мы находимся в невыгодном положении, даже нейтральные страны выразили серьезную озабоченность по поводу нашей внутренней кибербезопасности и проблем нового терроризма». Президент не сдержался: «А вы не пояснили им, что кибератаки и адронный коллайдер не имеют ничего общего?» «Я сказал, но они ответили, что охотничьи орлы поддерживались федеральным правительством и что они уже получили достаточно доказательств». Директор Карсон помолчал и добавил: «Хотел спросить, возможно ли?» «Конечно, нет. С чего бы мне одобрять такой глупый план? Что мы получим, уничтожив несколько китайских серверов? А вы, Мюллер, что думаете?» Мюллер кивнул: «Конечно, я бы никогда не одобрил такую глупость, но на всякий случай нам следует связаться с ЦРУ и убедиться, что они ничего не предпринимали. Сейчас не время обвинять других». Карсон устало произнес: «Ситуация для нас не очень хорошая, поэтому я предлагаю пойти на уступки, иначе Китай может пересмотреть наше участие в проекте». В кабинете воцарилась тишина. Можно было бы услышать, как иголка упадет на пол. «Рассмотрит наше участие в проекте». В глазах президента появилась горечь. Еще 10 лет назад это было бы просто шуткой. Тогда ни одна промышленность не могла обойтись без США. Ни один крупный международный проект не мог пройти без их участия. Но теперь Китай думал о том, чтобы выгнать их из группы. Роли поменялись. Президент какое-то время молча сидел. Наконец он постучал пальцем по столу и сказал: «Мы можем отказаться от других наших просьб, но вы должны убедиться, что мы будем иметь как минимум 3 места с правом голоса. Это не подлежит обсуждению». Он не хотел рисковать тем, что Китай вышвырнет их из проекта. Китай нуждался в сотрудничестве США, но США больше нуждалась в Китае. Директор Карсон вздохнул с облегчением: «Я постараюсь». Президент стукнул кулаком по столу и выругался: «Грёбаные идиоты». Директор Мюллер молча посмотрел на президента. Из-за хакеров они теперь находились в крайне невыгодном положении на переговорах. Если Россия не сможет твердо стоять на своем, то Китай получит полный контроль над бюджетным комитетом. Но предоставив России небольшие выгоды, Китай с легкостью может занять эти места, ведь русские вложили в проект лишь небольшую сумму денег. По мнению Лучжоу, то, что произошло в интернете, лишь незначительный эпизод. Поддерживал ли хакеров Белый дом или нет, для него вообще не имело значения. Источник нападения исходил из США. Китай мог легко использовать это,
Чтобы получить преимущество на переговорах, Комитет по строительным работам на лунной орбите полностью контролировал этот вопрос. Абсолютная сила является гарантией сотрудничества, иначе американцы просто назовут случившееся несчастным случаем. В течение последних нескольких дней Лу Чжоу работал в исследовательском центре лунного адронного коллайдера, а также помогал директору Ли найти список специалистов. Также он понял, что избежать подозрений в фаворитизме, правда, слишком сложно. Дзилинский университет входил в пятерку лучших университетов в разработке программного обеспечения. У них два известных ученых в области квантовых вычислений, один даже академик. Было бы несправедливо исключать специалистов по квантовым вычислениям только для того, чтобы избежать подозрений, поэтому Лу Чжоу вписал их. Некоторые другие эксперты были из Яньцзинского университета и Шуйму, всего было 10 человек. Только после того, как Лу Чжоу закончил составлять список, он понял, что начал волноваться о чем-то помимо науки. Лу Чжоу улыбнулся и покачал головой. Он решил никогда больше не делать ничего подобного. После этого он отправил список директору Ли. Наконец-то закончил. Лу Чжоу потянулся и собрался сварить кофе, когда внезапно ему пришло электронное письмо. Лу Чжоу посмотрел на заголовок и задумался. «Профессор Утинь Цунь, помяни черта». Лу Чжоу с любопытством открыл письмо. Письмо было коротким. В нем было только одно предложение. «Мы добились прогресса в исследовании углеродных чипов. После недельных дружеских обсуждений первое международное собрание по лунному адронному коллайдеру наконец подошло к концу. Хотя не все остались довольны результатом, страны разработали план, принятый большинством людей. В некоторых степени это приемлемый результат». На церемонии закрытия директор НАСА Карсон и директор Национального космического управления Китая встали перед камерами СМИ и пожали друг другу руки. «Я рад, что мы смогли достичь с вами договоренностей». «Да, я тоже очень рад». Директор Карсон выдавил из себя улыбку, но он совсем не выглядел радостным. В толпе раздались громкие аплодисменты. Камеры СМИ запечатлели этот исторический момент. Лу Чжоу стоял в стороне, подальше от большинства людей. Он посмотрел на директора Карсона, улыбающегося через силу, и ему стало его немного жаль. «Мне кажется, или директор Карсон не очень счастлив?» Директор Ли, стоявший рядом с ним, ответил. «Им пришлось пойти на огромные уступки на переговорах. Уверен, что любой будет недоволен на его месте». Лу Чжоу посмотрел на директора Ли и сказал. «Мне даже интересно, что вы у них запросили». На прошлой неделе Лу Чжоу в основном отвечал за техническую часть. Точнее говоря, он пытался защитить первоначальную конструкцию от ужасных предложений по улучшению и убедиться, что его нормально реализуют. Он не обращал внимания на политические переговоры, но ему было немного любопытно. Директор Ли улыбнулся. «Дело не в том, что мы что-то просили, просто мы отказали в большинстве их просьб». Лу Чжоу удивился. «И они согласились, можно и так сказать, независимо от их желания, в этот раз у нас преимущество. В следующий раз мы встретимся через год, надеюсь, мы сохраним наше преимущество». Директор Ли похлопал Лу Чжоу по плечу. «Хоть это и переговоры, но в конечном счете это зависит от силы страны. Если ты слаб, с тобой никто не будет говорить, поэтому мы полагаемся на тебя в сохранении нашего преимущества». Лу Чжоу улыбнулся. «Вам не нужно беспокоиться об этом». Директор Ли кивнул. «Рад это слышать». После завершения международного собрания на первое место встал конкретный план строительства. Первая партия компонентов была доставлена на Цзинлинский космодром. Их собирались доставить в открытый космос с помощью Синжуя, а затем доставить на лунную орбиту с помощью ЦУЭЦА. Также команда инженеров, ответственная за строительство, отправится на лунную станцию. Тем временем, в Шанхае собирались построить наземный исследовательский центр лунного адронного коллайдера. Эта новость воодушевила Лу Чжоу. Он всегда считал, что главное отделение лунного адронного коллайдера будет находиться в Пекине. Однако предсказание Чин Юйшань оказалось верным, и его расположат в Шанхае. Чин Юйшань рассказывала ему, что правительство хочет развивать экономику того региона. Размещение главного отделения в Шанхае – очевидная демонстрация их планов. Шанхай – будущий центр Китая, в то время как дельта реки Янцзы станет политическим, экономическим и культурным центром Азии. В голове Лу Чжоу возник великолепный план. Если предположение Чин Юйшань верное,
то ему действительно стоит уделить больше внимания этому плану. На следующий день после окончания международного собрания по лунному адронному коллайдеру от пекинского отеля «Шангри-Ла» нескончаемым потоком уезжали такси. Пробыв в Китае неделю, ученые и политики со всего мира отправились обратно в свои страны. Академик Чжан Вэньлун, председатель Китайского физического общества, стоял у входа в отель и несколько эмоционально обратился к академику Ян Синьфу, директору Пекинского технологического института. «Я до сих пор помню, как впервые приехал в ЦЕРН со своим научным руководителем. Я познакомился с великими физиками, о которых читал в учебниках, и был так взволнован, что не мог заснуть всю ночь. На следующий день я пошел в лекционный зал. Мой руководитель сказал мне, что однажды Китай тоже станет таким. Тогда я ему не поверил, но похоже он был провидцем». Академик Ян также эмоционально ответил: «Да, половина лучших физиков мира сейчас здесь, в Пекине. Это потрясающе. Кстати, где академик Лу? Я хотел увидеть его». Академик Чжан улыбнулся: «Вы опоздали на день. Вчера вечером он собрал свои вещи и уехал после церемонии закрытия. Я столкнулся с ним в лифте, он сказал, что у него срочные дела в Цзиньлине». Академик Ян после небольшого молчания произнес: «Почему он так спешил?» «Я хотел устроить ему экскурсию по нашему институту». Академик Чжан улыбнулся: «Ха-ха, следовало сказать ему раньше. Он занятый человек. Я слышал, что академику Ван Шичену удалось уговорить его посетить Яньцзинский университет, но каким-то образом академик Лу переманил к себе их сотрудника во время своего визита. Правда, Ван Шичен должно быть унижен». Академик Чжан вздохнул: «Да, это так». Пока двое разговаривали, они внезапно услышали кашель. Академик Чжан Вэньлун обернулся и увидел академика Ван Шичена, стоящего прямо позади. Академик Чжан Вэньлун смущенно улыбнулся и спросил: «Академик Ван, рад вас видеть. Что здесь делаете?» «Я тоже посещал собрание». Ван Шичен фальшиво улыбнулся и начал разговаривать с двумя академиками. Однако, о чем бы ни говорил Ван Шичен, он мог сказать, что два академика какие-то странные, словно они сочувствовали или жалели его. Ван Шичен разозлился. Все академическое сообщество услышало о том, что Лу Чжоу переманил талант из его математического центра, не говоря уже о том, что Лу Чжоу сделал это прямо у него на глазах. Ван Шичен сжал кулаки, ему хотелось живьем содрать кожу с Лу Чжоу. «Черт, дерьмо. Самое обидное, что мне все еще приходится улыбаться перед ним при встрече. Ненавижу». После того, как Лу Чжоу получил письмо от профессора У, все его мысли были сосредоточены на Цзиньлин. Произнеся речь на церемонии закрытия, Лу Чжоу тут же отправился в аэропорт и вылетел обратно в Цзиньлин. Как только самолет приземлился, Лу Чжоу сел в машину Ван Пэна и отправился прямиком в Институт перспективных исследований. Войдя в лабораторию, он застал профессора У Тинь Цуня и его команду, работающими над лабораторным оборудованием. Когда профессор увидел Лу Чжоу, он на мгновение замер, а потом спросил: «Академик Лу, вы уже вернулись из Пекина? Я только сегодня утром видел его в прямом эфире. Мне не терпелось приехать». Лу Чжоу посмотрел на экспериментальное оборудование позади себя и спросил: «Я ведь не помешал вашему эксперименту?» «Нет, вовсе нет». Профессор Утинь Цунь покачал головой: «Эксперимент окончен, мы просто собираем кое-какие данные». «Хорошо». Лу Чжоу кивнул и быстро спросил: «Где углеродный чип?» «Я здесь ради него». Профессор Утинь Цунь с улыбкой ответил: «Чип находится в другой лаборатории. Из соображений безопасности я запер его в шкафу для образцов. Пойдемте со мной». Передав часть работы своим подчиненным, профессор Утинь Цунь вышел из лаборатории вместе с Лу Чжоу и направился в другую лабораторию. Профессор У подошел к шкафу с образцами и отпер его ключом. Затем он надел перчатки и осторожно достал из шкафчика коричневую стеклянную лабораторную посуду размером с ладонь. «Поскольку он сделан из углерода, чип чувствителен к свету, поэтому я поместил его сюда». Лу Чжоу посмотрел на чип размером с большой палец и сказал: «Все в порядке. Просто расскажите мне все вкратце». «Хорошо». Профессор Утинь Цунь откашлялся и объяснил технические детали Лу Чжоу. Чип представлял собой процессор, изготовленный из транзисторов. По словам профессора Утинь Цуня, этот крошечный чип содержал более 100 000 транзисторов из углеродных нанотрубок. Хотя по сравнению с кремниевыми чипами,
которые содержали сотни миллионов транзисторов, все еще оставался большой разрыв. Этот чип уже способен выполнять простые математические операции. Узнав это, Лучжоу заволновался. Настоящий углеродный чип. Что это значит? Это означает, что исследовательская группа профессора Утинцуня успешно совершила прорыв. Первая цель — создания нового полупроводникового промышленного района — достигнута. Пока нам удалось достичь размеров 150 нанометров. Хотя технология далека от совершенства, она уже показала превосходную скорость вычислений, энергопотребления и тепловыделения. Профессор Утинцунь сделал небольшую паузу и продолжил. Самое главное, что в чипе используется метод химического осаждения и травления, который аналогичен методу получения материала сверхпроводника. Теоретически, есть много возможностей для улучшения. В настоящее время мы ищем способы дальнейшего снижения затрат на процесс изготовления и увеличения количества транзисторов на квадратный миллиметр. Если мы сможем получить более 30 миллионов транзисторов на квадратный миллиметр и усовершенствовать технологический процесс до размеров 10 нанометров, то вполне возможно, что чип можно будет коммерциализировать. Превосходство углеродных чипов по сравнению с кремниевыми слишком очевидно. Насколько сложно массовое производство? Это будет не сложнее, чем с кремниевыми чипами. Что касается стоимости, то она дороже, но производительность компенсирует это. Отличная работа, профессору. Профессор Утинцунь смущенно улыбнулся. Ну, если бы не ваши две статьи в натуре, которые послужили теоретической основой, ничего этого не произошло. Не говоря уже о сверхпроводящем материале, мы бы ни за что не смогли создать чип без Института перспективных исследований. Лучжоу улыбнулся. Что касается результатов исследования, я бы хотел, чтобы вы написали два отчета. Один без технических подробностей. Другой должен быть более конкретным, соответствовать формату исследовательской работы и содержать все технические детали. Он будет использован для регистрации патента. Выслушав слова Лучжоу, профессор серьезно кивнул. Хорошо, я займусь им прямо сейчас, когда они нужны. Не нужно спешить, сдайте его мне через неделю или чуть позже. Сам эксперимент все еще на первом месте. Профессор улыбнулся. Ничего страшного, это не прервет эксперимент, я могу гарантировать, что закончу через неделю. Лучжоу кивнул. Тогда спасибо, можете возвращаться к работе. Лучжоу уже собирался покинуть лабораторию, когда вдруг кое-что вспомнил. Он обернулся и посмотрел на профессора Утинцуня. Кстати, правительство планирует сформировать группу специалистов относительно технической осуществимости топологических квантовых вычислений, поэтому я порекомендовал вас. Хотя Лучжо говорил, словно это что-то неважное, для профессора Утинцуня это стало огромной новостью. Группа специалистов для правительства. Обычно только академики или научные лидеры входили в такие группы. Профессору максимум попадал только в особую программу почетных ученых. В обычной ситуации у него не было никаких шансов попасть в такую группу. Профессор глубоко вздохнул и сказал: «Спасибо вам». Это выглядело немного странным, поскольку Лучжоу был намного моложе его. Однако он был по-настоящему благодарен. Возможность попасть в подобную группу чрезвычайно полезна для его карьеры. Как с точки зрения налаживания связей, так и с точки зрения квалификации. Лучжоу посмотрел на профессора и сказал: «Не стоит меня благодарить, я ничего не делал. Это все результат ваших собственных усилий и преданности делу. Вместо того, чтобы благодарить меня, вы должны поблагодарить себя за свой тяжкий труд». Будучи добросовестным ученым, Лучжоу очень не любил научные монополии и выступал против академических фракций. Однако талантам, которые имеют потенциал, он будет выделять ресурсы для их роста. Как с Чиньяном, которого он переманил из математического центра. Это было не назло академику Вану, он просто увидел, как многообещающий талант остался без внимания и растрачивался впустую. Обычный ученый не способен настолько глубоко понять так быстро метод анализа гиперболических кривых. Это уже вопрос не только таланта, но и самоотверженного труда. Подобные люди в стремительном академическом мире слишком редки. Такая преданность математике более ценна, нежели талант. У Лучжоу было много дел, поэтому он не дал профессору времени на благодарности и покинул лабораторию. Лучжоу знал, что профессору хорошо справится с работой, поэтому он не волновался. Покинув лабораторию, Лучжоу собирался проведать своего недавно приобретенный талант из Яньцзинского университета. Однако он неожиданно вспомнил, что забыл поделиться хорошей новостью с другими, поэтому достал свой телефон и позвонил старшей сестре. После двух гудков на звонок ответили. В трубке раздался приятный голос. Солнце взошло на запад.
Западе. Почему вдруг решил позвонить? Луджоу улыбнулся. У меня появилась хорошая новость, которой я хотел поделиться с тобой. Как я мог не позвонить? Чинь Юйшань с любопытством спросила. Что за хорошая новость? Лаборатория успешно изготовила углеродный чип с более чем 10000 транзисторами. На другом конце несколько секунд молчали. Чинь Юйшань глубоко вздохнула, а потом с дрожью от недоверия в голосе спросила. Правда? Углеродный чип? Ты не шутишь? Услышав шквал вопросов, Луджоу улыбнулся. А похоже, что я шучу. Где ты сейчас? Институт перспективных исследований. Я только что вернулся из Пекина. Неудивительно. Чинь Юйшань вздохнула и облокотилась на спинку кресла. С волнением в голосе она продолжила. Я думала, нам придется подождать еще минимум года два, чтобы увидеть результаты. Не ожидала, что будет так быстро. Сколько времени нужно, чтобы технология стала зрелой? Приблизительно. Луджоу немного поразмыслил и дал осторожный ответ. Трудно сказать. Пока мы не уверены, каковы физические ограничения чипов и существуют ли какие-либо технические проблемные места. Однако мы должны в состоянии произвести чип с коммерческой ценностью в течение года. Даже если он будет немного уступать кремниевым, то его превосходные физические свойства уберут разрыв. После паузы он продолжил. Я попросил профессора У написать отчет с деталями и результатами испытаний. Они будут готовы через неделю. Уверен, что он сможет объяснить все точнее. Ты можешь просто прочитать отчет. Луджоу дошел до Института математика во время разговора с Чинь Юйшань. После беседы Луджоу закончил звонок и убрал телефон в карман. Он постучал в дверь кабинета Чинь Яна и вошел. Когда он вошел в кабинет, ему в лицо ударило облако меловой пыли. Луджоу отмахнулся рукой и не мог не спросить, почему бы не открыть окно. Чинь Ян отвернулся от доски и поправил очки на носу. Я забыл. Иди открой окна, или ты подхватишь пневмокониоз. Боже, похоже, вам лучше работать на открытом воздухе. Чинь Ян серьезно ответил. Но, если на улице пойдет дождь, я не смогу работать. Луджоу теперь понял, почему его выгнали на улицу. Чинь Ян открыл несколько окон и, наконец, впустил в кабинет немного свежего воздуха. Луджоу посмотрел на расчеты на доске и кивнул. Привыкли к здешней обстановке? Чинь Ян кивнул. Все в порядке, мне достаточно лишь доски. Хорошо, похоже, вы хорошо устроились, сказал Луджоу, начиная отходить назад, не собираясь больше оставаться ни секунды в этом пыльном кабинете. Я просто пришел посмотреть, как у вас дела. Тогда я пойду. Чинь Ян быстро сказал. Подождите минуту. Что такое? У меня есть вопрос, который хотел спросить у вас. У вас сейчас есть время? Вопрос? Луджоу был заинтригован. Он улыбнулся. Все зависит от вопроса. Продолжайте. Не думаю, что это займет слишком много времени. В статье по анализу гиперэллиптических кривых вы указали, что теория рациональной гомотопии применима только в промежуточных измерениях, поэтому теория перестройки не выполняется. Я попытался проверить это, и меня вдохновило. Чинь Ян взял мел и начал писать на доске. Когда n больше 2, 2 n мерных комплексных измерения пересекаются xnb xnb, существует дифференциальный гомеоморфизм тогда и только тогда, когда их числа Эйлера, полные степени и класс равны. Чинь Ян отступил на два шага назад и посмотрел на доску. Если вышесказанное верно, мы должны в состоянии построить модель, которая преобразует топологические задачи в задачи комплексного анализа. Луджоу посмотрел на доску и с интересом вскинул брови. Это интересное предположение. Он подумывал о том, чтобы использовать методы решения дифференциальных уравнений для решения гипотезы Риммана, но не знал, с чего начать. Если бы задачу топологии можно было преобразовать в задачу комплексного анализа, возможно, он смог бы ввести дифференциальное многообразие в анализ гиперэллиптической кривой, и могло произойти нечто поразительное. По крайней мере, попробовать стоило. Это верно? Чинь Ян почесал затылок и покачал головой. Я не знаю. Я думаю, что это правда, но не знаю, как это доказать. Это интересный вопрос. Луджоу посмотрел на доску и сфотографировал ее на телефон. Возможно, я не смогу дать ответ сейчас, но я проведу кое-какие исследования и свяжусь с вами позже. Чинь Ян кивнул. Конечно, я тоже попытаюсь разобраться с этим самостоятельно. Луджоу улыбнулся. Хорошо, тогда посмотрим, кто решит проблему первым. Тюрьма в Южной Калифорнии. Двое охранников привели Мейсона в комнату для допросов. Толстая металлическая дверь закрылась, и в маленькой комнате воцарилась тишина. С опухшими глазами и закованными в наручники руками, Мейсон выглядел замученным. Он посмотрел на мужчину напротив него. Мужчина в дорогом костюме и часами. Он выглядел как успешный человек из высшего сословия. Однако его мозолистые руки не принадлежали тому,
кто весь день сидел в офисе с кондиционером. Мейсон получил смутное представление о том, что происходит, и ухмыльнулся. «Думаю, вы не мой адвокат. Адвокат не может спасти вас, но мы можем». Мужчина в костюме улыбнулся и протянул руку. «Позвольте представиться, я Брэндон Мэнсон. Теперь я ваш босс». Мейсон положил скованные руки на стол, а потом рассмеялся, словно услышал очень забавную шутку. Вскоре он выпрямился и пристально посмотрел на Мэнсон. «Вы ошибаетесь. Хоть я и патриот, но это не значит, что я буду рабом Белого дома. Я не из Белого дома, я из ЦРУ». Мэнсон перестал улыбаться. Он подвинулся вперед и пронзительно взглянул Мейсону в глаза, а потом снова сел в исходное положение. «Суд еще не вынес приговор, но учитывая доказательства, найденные в вашем доме, даже с лучшим адвокатом в Калифорнии вам сидеть пожизненное». После небольшой паузы он добавил со злой улыбкой. «И, мистер Мейсон, вы им там очень понравитесь». Мейсон нервно нахмурился и спросил: «Что вы имеете в виду?» Мэнсон улыбнулся. «Я просто говорю, что им нравятся такие худые мальчики, как ты». Лицо Мейсона побледнело. Капельки пота начали скатываться с его лба. Мэнсон удовлетворенно улыбнулся и продолжил: «У вас есть время обдумать мое предложение до вынесения приговора. Конечно, спустя несколько месяцев вашего пребывания в тюрьме, предложения уже может и не быть». Мейсон некоторое время колебался, а потом поинтересовался: «Что вам нужно от меня?» «ЦРУ ищет эксперта в области информационных технологий. Если вы нам поможете, вас не посадят в тюрьму вместе с настоящими преступниками. А если будете хорошо справляться с работой, то ваш приговор смягчат. Уже через 5 сможете стать свободным человеком». Мейсон долго колебался. Мэнсон посмотрел на часы. Он хотел дать Мейсону 10 минут на размышление, но, к счастью, это не заняло столько времени. Через 3 минуты Мейсон ответил: «Я согласен». «Замечательно, мы теперь в одной команде». Мэнсон не ожидал, что Мейсон согласится так быстро, но и не удивился согласию. Агент ЦРУ облокотился на спинку стула и сказал: «Я пока не могу освободить вас от наручников, но обещаю, что через 3 дня вас переведут в другое учреждение». Мейсон испугался и нервно спросил: «Куда вы меня отправите?» «Я пока не могу сказать». Мэнсон скрестил руки на груди. «Теперь я буду задавать вопросы, а ты будешь отвечать без обмана. Это часть сделки». «Спрашивайте», — сказал Мейсон побежденным голосом. «Но должен напомнить вам, что, хотя я и являюсь лидером охотничьих орлов, я не знаю личности участников группы». Мэнсон улыбнулся. «Вы про своих друзей? Не волнуйтесь, их всех арестовали в течение получаса после вашего ареста. Дайте-ка вспомнить. Одинокого волка, охотника и малыша, но его арестовали в Китае. Некоторые еще скрываются, но их арест лишь вопрос времени. Мы знаем, кто они. Даже если мы их отпустим, китайцы никогда не сдадутся. Лучше помогите убедить их сдаться. Лучше попасть к нам, чем к китайцам». «Уже арестовали?» Услышав, как Мэнсон перечислил людей, Мейсона побледнел. Он начал потеть еще сильнее, а глаза были полны недоверия. «Это невозможно. Я думал, что, даже если меня поймают, остальные спасутся. Но теперь он говорит мне, что их всех поймали за полчаса. Значит, доктор Зе взломал не только меня, но и остальных участников группы. Он вообще человек?» Мэнсон посмотрел Мейсону в глаза и почувствовал, что что-то не так. «Вы должны рассказать мне все, что знаете». Мейсон пробормотал про себя: «Дьявол, дьявол». Мэнсон нахмурился. «Попрошу быть более серьезным. Он дьявол, он не человек». Глаза Мейсона налились кровью. Он схватил себя за голову руками. «Человек не мог этого сделать, это невозможно». Мэнсон сказал: «Успокойтесь, говорите яснее. Мы думаем, что человек, который вас взломал, был экспертом. У нас 3 подозреваемых, и нам нужно, чтобы вы подтвердили». Мейсон внезапно фыркнул и покачал головой. «Вот эти ребята, они хороши, но не настолько. Господин Мэнсон, даже лучший хакер должен следовать законам физики, если у него нет сверхспособностей. Слушайте, у меня даже не было возможности на сопротивление». Мэнсон нахмурился. «Хотите сказать, пока он вас взламывал, вы были бессильны? Если это правда, то мы недооцениваем возможности Китая в сфере кибервойны». Мейсон услышал то, что хотел слышать меньше всего. «Да». Мейсон посмотрел на Мэнсона с налитыми кровью глазами. «У меня не было шансов. Пока он меня взламывал, он даже присылал мне сообщения, чтобы унизить меня. Он дьявол. Я атеист,
поэтому не верю в подобное». Мэнсон пожал плечами. «Тогда какое имя пользователя он использовал, когда общался с вами? Вы новости не смотрели?» Мэнсон усмехнулся и ответил. «Он представился доктором З. Вряд ли вы когда-нибудь его найдете. Апчхи. Луджоу сидел за столом в своем кабинете у себя дома с ручкой в руках. Неужели я простудился?» Он шмыгнул носом и посмотрел на черновик перед ним, потом слегка постучал ручкой по столу. «Это немного сложно. Когда n больше 2, два n-мерных комплексных измерения пересекаются, xn, bxn, b, существует дифференциальный гомеоморфизм тогда и только тогда, когда их числа Эйлера, полные степени и класс равны. Строго говоря, это не задача комплексного анализа, не задача уравнений в частных производных, а очень уникальная задача типа гладких многообразий. На самом деле, это довольно популярное направление исследований в дифференциальной топологии. В основном речь шла об изучении инвариантных свойств дифференциальных многообразий при гомеоморфном отображении. Но трудность была в том, что, хотя Луджоу и раньше исследовал дифференциальные многообразия и топологию, он не проводил много исследований в области дифференциальной топологии. Можно даже утверждать, что он абсолютный новичок в этой области. Однако в этом нет ничего такого. В конце концов, Чиньян работал над гипотезой Хаджа, которая полностью отличалась от его исследований гипотезы Римана. Только потому, что метод анализа гиперэллиптических кривых можно улучшить и использовать для уравнений Каши Римана, он взялся за эту задачку. Это не моя область. Следует ли мне просто сдаться? Луджоу некоторое время думал, а потом покачал головой. Он пока не хотел сдаваться, не говоря уже о том, что он сам предложил Чиньяну посоревноваться в скорости решения. Сдаваться перед трудностями было не в его стиле. Хотя дифференциальная топология не его область, благодаря своим знаниям о дифференциальных многообразиях и топологии он смог ознакомиться с основными моментами. Более того, исследование гипотезы Римана сейчас в тупике. Вместо того, чтобы пытаться сдвинуть неподвижный объект, он решил рискнуть и пойти другим путем. Если бы он смог преодолеть разрыв между топологией и комплексным анализом, он, возможно, смог бы применить метод анализа гиперэллиптических кривых бзета-функции Римана. «Сиай, сделай мне чашечку кофе без сахара». «Хозяин, но в растворимом кофе уже есть сахар». «Просто сделай мне кофе». «Да, хозяин». Дрон оторвался от книжной полки и вылетел из кабинета. Луджоу сосредоточил все свое внимание на черновике перед ним. Он открыл колпачок ручки большим пальцем и начал писать. «Пусть F1 и F1 однородный многочлен комплексных коэффициентов с переменными Z0, Znr. Этот набор многочленов определяет комплексное алгебраическое многообразие X в комплексном проективном пространстве CPNR. Пусть X комплекс полное пересечение. Если комплексная размерность x равна n, то, когда x является гладким многообразием, существует гладкое комплексное полное пересечение. Зададим x как 2 n-мерное гладкое замкнутое многообразие. Первый шаг сделан. Глаза Луджоу слегка заблестели от волнения. У него появилось слабое ощущение, что он идет в правильном направлении. Используем гладкое замкнутое многообразие размерностью 2 n в качестве основы. Установим корреляцию в комплексном проективном пространстве. Как только он сдвинулся с мертвой точки, идеи хлынули рекой. На черновике появлялись строчки расчетов, и вскоре весь черновик был исписан цифрами и символами. Время быстро пролетело, и на столе начали скапливаться бумаги. Сиай лежал на книжной полке, спокойно наблюдая. С момента, как Луджоу запретил Сиай пользоваться камерой ноутбука, Сиай мог смотреть только через камеру дрона. Хотя Сиаю не нравилось наблюдать, как его хозяин так усердно работает, он не мог помочь ему в подобной творческой работе. За окном постепенно начало темнеть, и Луджоу включил настольную лампу. Однако, судя по всему, все шло не так оптимистично. По мере того, как солнце на небе постепенно исчезало, он начал замедляться. По лбу Луджоу потекли капли пота. Ситуация выглядела не так оптимистично, как он думал. Чем глубже он погружался в задачу, тем больше понимал, насколько сложным был этот лабиринт. Почему это так сложно? После того, как Луджоу снова встрял, он стал напоминать сварливого старика. Он скомкал лист и выбросил его в мусорное ведро. Неправильно. Если это утверждение верно, то я не могу его доказать. Он повертел ручку в руке и уставился на черновик,
а потом пробормотал: «Странно то, что я тоже не могу доказать обратное. А сколько бы параметров я ни вводил, я получаю результаты, согласующиеся с утверждением». Лу Чжоу вздохнул и открыл ноутбук. Он вошел в базу данных литературы и набрал несколько слов. Перед ним появились ряды исследовательских работ. Лу Чжоу отсортировал их по количеству цитирований и выбрал несколько статей с наивысшим рейтингом. «Невозможно, чтобы раньше никто не изучал эту проблему. Как минимум, должно найтись что-то похожее». Глаза Лу Чжоу внезапно загорелись, когда ему на глаза попалось интересное название статьи. Автором был профессор Крек, специалист в области уравнений в частных производных и топологии. Статья публиковалась в журнале «Математических хрониках» в 1999 году и много раз упоминалась в других работах. Согласно аннотации, основной целью этой статьи было улучшить теорию перестройки и преобразовать задачу классификации многообразий в задачу краевой группы. Лу Чжоу стало интересно, поэтому он скачал статью и начал читать ее. По прошествии 10 минут он, наконец, закончил читать, после чего с волнением сказал: «Вот оно, я так и знал, что кто-нибудь изучал эту тему раньше, хотя бы смежные темы. Если я смогу преобразовать задачу классификации многообразий в задачу краевой группы, возможно, это то самое, чего мне не хватало». Лу Чжоу взволнованно встал и подошел к корзине для бумаг. Он быстро вытащил скомканный листок. К счастью, он лишь немного помялся. Расправив листок, его глаза были полны решимости. «Пора закончить с этим». Он снова начал писать, но на этот раз он не останавливался, пока не взошло солнце. В большинстве журналов редакторы не обязательно обладают сильными научными способностями. Они в основном отвечали за проверку формата и количества слов в статье, чтобы затем связаться с рецензентами и принять решение, основываясь на их комментариях. Однако не все журналы такие. В «Математических хрониках» журнале, основанном Принстоном, главными редакторами были известные математики. Например, бывший главный редактор Питер Сарнак, известный ученый в теории чисел. Он также получил премию Вольфа в 2014 году. Профессор Фрикс стал главным редактором после Питера Сарнака. И хотя его он не настолько известный математик, но его способности не вызывали сомнений. Будь ему все еще меньше 40, то он мог бы побороться за Филдсовскую премию, используя результаты своих исследований дифференциальных многообразий. Он стал главным редактором не только из-за его научных способностей, но и в других факторах. Поскольку исследования в области управляемого термоядерного синтеза набирали популярность, то же самое происходило и с исследованиями в области физики плазмы. Благодаря применению многообразия Лу для решения уравнений Навье, Стокса и задач турбулентности плазмы, исследования в таких математических областях, как уравнения в частных производных и дифференциальных многообразий, сильно выросли в популярности. Но со времен доклада профессора Лу на тему уравнений Навье, Стокса не появлялось выдающихся результатов, словно все исследовательские идеи поглотил профессор Лу. Поэтому профессор Фрикс стал главным редактором журнала благодаря его знаниям в области дифференциальных уравнений в частных производных и дифференцируемых многообразий. Это объяснялось тем, что редактор был предвзят к статьям в его собственной области исследований. Принстон, редакционный отдел математических хроник. Профессор Фрикс со своими учениками перебрался в кабинет в редакции и был занят работой. Хотя большинство главных редакторов не воспринимали свою работу всерьез, Фрикс был другим. Он приличный ученый, но в таком месте, как Принстон, он напоминал человека-невидимку. Другие могли не переживать о должности главного редактора, но не он. Поэтому он придавал большое значение этой работе и даже временно приостановил свой проект. Сидя за компьютером и попивая кофе, его аспирант внезапно заговорил, поперхнувшись: «Профессор, у вас в почтовом ящике новое письмо со статьей». Профессор Фрикс был занят другими делами, поэтому он небрежно ответил: «Посмотрю, когда освобожусь». Но автор Лу Чжоу. Профессор Фрикс тут же перестал печатать и встал. Он быстро подошел к столу аспиранта. «Уступи-ка». «Хорошо». Профессор Фрикс сел за компьютер и дважды проверил адрес отправителя. Убедившись, что автор Лу Чжоу, он скачал прилагающийся файл. Давайте глянем, каких поразительных результатов добился Лу Чжоу в этот раз. Одним из лучших преимуществ работы редактором известного журнала являлась возможность увидеть первым выдающиеся результаты исследований. Профессор Фрикс с нетерпением открыл статью. Однако,
Когда он прочитал аннотацию, возбуждение в его глазах исчезло и появилось разочарование. Аспирант спросил, что случилось. Это не новый результат, просто дополнение к его методу анализа гиперэллиптических кривых. Профессор Фрикс покачал головой. По крайней мере, в этом нет ничего выдающегося. Тогда мы отклоним работу? Нет. Профессор Фрикс покачал головой. Если это важный дополнительный результат, то все в порядке. Просто оставим это на усмотрение рецензентов. Как минимум, он заслуживает оценки специалиста. Ладно, распечатай мне статью. Хорошо, профессор. Принтер зашумел. Вскоре статья была распечатана. Профессор Фрикс вернулся за свой стол и начал читать статью, пока пил кофе. Честно говоря, после прочтения аннотации у него не осталось никаких ожиданий от этой работы. Однако, когда он дошел до третьей страницы, он произнес сам себе. Когда n больше 2, два n-мерных комплексных измерения пересекаются, а xn, dxn, d, существует дифференциальный гомеоморфизм тогда и только тогда, когда их числа Эйлера, полные степени и класс равны. Почему это выглядит так знакомо? Это предположение выглядело очень знакомо, почти как другая версия другой гипотезы. Профессор Фрикс встал со своего стула и написал несколько уравнений на листке. Написав две строчки, он застыл. Не может быть, это... Профессор Фрикс широко раскрытыми глазами резко встал со своего места. Гипотеза Салливана. Эту гипотезу выдвинул профессор Салливанов, когда он исследовал классификацию односвязных многообразий с ограниченной неопределенностью и рациональную гомотопию. Она относилась к области гладких многообразий. В то же время, это также одна из основных гипотез дифференциальной топологии. Не связанные с дифференциальной топологией, скорее всего, не слышали об этой гипотезе. В конце концов, эта гипотеза не особенно значима для других областей математики. И поскольку она очень сложна, мало математиков исследовали ее. Даже Фрикс, который неплохой математик в области дифференциальной топологии, не сразу распознал, что в статье просто еще одна форма ее выражения. Однако Лучжоу вообще не специалист в области дифференциальной топологии, поэтому пугающе было видеть, что он получил результаты без полного понимания гипотезы. Судя по отсутствию ссылок на нее, становилось ясно, что профессор Лу не знал, что его предположение – другая форма гипотезы Салливана. Руки профессора Фрикса дрожали. Аспирант посмотрел на своего научного руководителя и спросил, что случилось, профессор. Фрикс проигнорировал своего ученика. Он был полностью сосредоточен на статье, пока с неверием говорил. Боже, это же настоящее сокровище. Институт перспективных исследований. Кабинет в институте математики. Задержав дыхание, Лучжоу вошел в кабинете и тут же открыл окно. Потом он обернулся и посмотрел на Чиньяна, который растерянно стоял у доски. Вопрос, что вы задали мне позавчера, было интересной. Лучжоу кашлянул и потряс стопкой бумаг в руке. Я провел кое-какие исследования, и вот примерный результат. Кстати, ваше предположение оказалось верным. Похоже, ваша математическая интуиция довольно остра. Будь задача еще сложнее, она могла бы стать гипотезой. Чиньян посмотрел на доску, а затем удивленно на стопку бумаг в руке Лучжоу. Вы решили? Это заняло довольно много времени, но не настолько. Пришлось только посидеть ночью. Лучжоу положил стопку бумаг на стол и спросил. Кстати, у вас есть кофе? Можете сделать мне чашку? Чиньян кивнул. Хорошо. Вскоре чашка кофе была поставлена на стол. Лучжоу посмотрел на меловую пыль на кофейной чашке и нахмурился. Неужели так трудно идти в ногу со временем? Вам не нравятся белые доски с маркерами? Но почему бы не писать на листах бумаги? Чиньян покачал головой. Писать на бумаге бездушно. Чиньян нетерпеливо спросил. Могу я прочитать статью? Конечно. Лучжоу пожал плечами и, преодолев свою фобию, сделал глоток из грязной кофейной чашки. Я изначально пришел сюда, чтобы обсудить с вами эту статью. Спасибо. Чиньян сосредоточил все свое внимание на статье, не обращая внимания на Лучжоу. Пока профессор Чинь читал его работу, Лучжоу посмотрел на ряд досок в кабинете. Вычисления на них явно были попытками доказать утверждение. К сожалению, Чиньян все еще застрял в самом начале. Лучжоу вздохнул. Он талантлив, но он далек от моего уровня. Если бы я знал, что эта задача будет настолько трудна для него, я бы не засиживался всю ночь, пытаясь ее решить. Я очень хочу спать. Как же одиноко таким гением,
как я. Чинь-Ян внезапно оторвался от чтения и поднял голову. Впечатляет, как и ожидалось от академика Лу. Лучжоу разобрался со всеми трудными местами, даже с теми, о которых Чинь-Ян не подозревал. Чинь-Ян проникся к Лучжоу совершенно новым уровнем уважения. Он слишком невероятный. Чинь-Ян даже не знал, как выразить свое восхищение. Лучжоу улыбнулся. «Вы поняли?» Чинь-Ян кивнул. «Понимаю большую часть. Есть пару мест, по которым у меня есть вопросы. Не могли бы мне объяснить их?» Лучжоу поставил свою чашку кофе. «Конечно, ответить на вопросы Чинь-Яна не потребовали больших усилий. Хотя Чинь-Ян производил впечатление немного глуповатого человека, его математическая интуиция была очень хорошей. Лучжоу нужно только дать ему несколько общих указаний, а с остальной Чинь-Ян мог легко понять сам. Он напомнил Лучжоу его студента из Принстона, Цинь-Юэ. Он был таким же молчаливым и независимым. Однако Цинь-Юэ был не таким занудным, как Чинь-Ян. Честно говоря, Лучжоу стало интересно, как Чинь-Ян продержался так долго. Удивительно, что человека с таким маленьким эмоциональным интеллектом не побили за столько времени. Ответив на вопросы Чинь-Яна, Лучжоу стал практически уверен, что в его статье нет проблем. Когда Чинь-Ян снова посмотрел на доску, Лучжоу внезапно кое-что вспомнил. Кстати, вопрос был довольно интересным. Его легко интегрировать в метод анализа гиперэллиптических кривых. Как вы и сказали, анализ гиперэллиптических кривых имеет больше применений, чем я думал. Я отправил статью в математические хроники, надеюсь, у вас нет возражений? Чинь-Ян недоуменно переспросил. Это как-то относится ко мне? Видя, что ему все равно, Лучжоу кашлянул и объяснил. Мне не принесет особой пользы очередная статья, но она должна быть полезна вам. Однако я доказал это предположение, поэтому я указал вас, как второго автора. Вы не против? Чинь-Ян кивнул. Угу. Как он продержался в академических кругах так долго? В кабинете воцарилась тишина. Внезапно в кармане Лучжоу зазвонил телефон. Я выйду ответить на звонок. Хорошо. Чинь-Ян кивнул и продолжил смотреть на свою доску. Лучжоу вышел из пыльного офиса и ощутил вновь свежий воздух. Он достал свой телефон и ответил на звонок. Алло. С другого конца раздался голос директора Ли. Это я. Директор Ли? Лучжоу знал, что отчет об углеродных чипах еще не был готов, поэтому директор Ли звонил ему по другому поводу. Что случилось? Директор Ли смущенно улыбнулся. Академик Лу, у тебя сейчас есть время? Лучжоу понял, что от него чего-то хотят. Он слишком хорошо знал подобное. Лучжоу кашлянул. Зависит от того, что нужно. Ничего особенного. Если есть время, приезжай в Шанхай. Зачем? Зачем мне вдруг нужно в Шанхай? Директор Ли улыбнулся. Уже почти конец месяца. Главное отделение лунного адронного коллайдера скоро откроется. Поскольку ты первый председатель, тебе следует появиться там. Чего? На какое-то время воцарилась тишина. Лучжоу потрясли слова директора Ли, поэтому ему потребовалось какое-то время, чтобы как-то отреагировать. Главное отделение лунного адронного коллайдера откроется. Собрание вроде только закончилось, как возникло уже построенное здание. Если только они не начали строительство еще до собрания. Постойте. Лучжоу внезапно осознал кое-что. Не это главное. Какой, блин, председатель? Почему я об этом впервые слышу? Разве не обсуждалось, что я буду главным консультантом, когда вдруг я стал председателем? Не слышал? Директор Ли кашлянул. Я не успел сообщить, поскольку ты слишком рано уехал из Пекина. Но, никаких «но», Лучжоу оборвал его. «Я хочу знать, что происходит». Услышав недовольство Лучжоу, директор Ли немного смутился, поэтому попытался осторожно все объяснить. «Мы просто не могли больше ждать. Этот проект обходится в 20 миллиардов долларов, в нем участвуют десятки стран, поэтому у него должно быть лицо. Мы не хотели тебя беспокоить и хотели найти какого-нибудь случайного академика, но правительство ощутило, что американцы начнут возражать, не говоря уже о том, что уже был конфликт насчет бюджетного комитета. Ты ведь понимаешь, о чем я?» Директор Ли улыбнулся. «Просто немного поработай. Всего один срок, если устанешь, то потом найдешь кого-нибудь, кто заменит тебя». Директор Ли не знал, что еще придумать, чтобы уговорить Лучжоу. Будь на его месте кто-то другой, то он бы с радостью ухватился за подобный шанс и поехал бы в Шанхай. В конце концов, это главное отделение Международного лунного адронного коллайдера. Проект, который станет более значимым, чем ЦЕРН. Без преувеличения можно сказать, что после окончания строительства коллайдера на Луне, Шанхай станет центром будущего теоретической физики, а председатель станет одной из самых влиятельных фигур в отрасли. Возможность стать председателем подобной сильной международной научно-исследовательской организации более ценна, чем получить Нобелевскую премию,
но Лучжоу на самом деле, поскольку Лучжоу был против, то директор Ли не хотел его беспокоить. Однако проблема в том, что Китай никогда не был хорош в научных исследованиях, особенно в теоретической физике. Случайный академик может создать трудности, поскольку в проекте принимало участие множество лауреатов Нобелевской премии, которые не относились бы серьезно к председателю. Самое страшное в том, что председатель не сможет контролировать ситуацию, и иностранные ученые возьмут все в свои руки. Подобное стало бы огромной потерей. Исходя из этого, Лучжоу был единственным кандидатом на пост председателя. Это решение было принято не только после обсуждения в Пекине, но и благодаря личной рекомендации академика Чжан Вэйлуна, президента Китайского общества физиков. В конце концов, теория электросильного взаимодействия Лучжоу – одно из самых выдающихся достижений теоретической физики этого века. Лучжоу – единственный человек, который мог представлять физиков Китая. Выслушав слова директора Ли, хотя Лучжоу понял всю серьезность, он все еще пребывал в небольшом шоке от такого решения. «Но это же не очень хорошая идея. У меня все еще есть собственные проекты». Директор Ли тут же прервал Лучжоу. «В плане не очень хорошая идея? Мы тратим на это 10 миллиардов долларов. Мы не можем позволить стать председателем представителю американцев. Неважно как, но мы должны найти кого-то от нас на пост председателя». Хотя Лучжоу не хотел быть председателем, слова директора Ли тронули его сердце. Китай вложил 10 миллиардов, несмотря ни на что, они не должны потерять контроль. Должность председателя должна быть за Китаем, по крайней мере несколько первых сроков. Хотя Лучжоу сопротивлялся, принимая во внимание общую картину, он согласился исполнять обязанности председателя. В конце концов, коллайдер был его идеей. После того, как Лучжоу вернулся домой из Института перспективных исследований, он достал свой чемодан и начал упаковывать одежду, которую только недавно распаковал после поездки в Пекин. Дрон Сиай подлетел к нему. «Хозяин, вы собираетесь в путешествие?» Лучжоу посмотрел на него и ответил. «Деловая поездка, а что такое?» «Ну, поскольку Сиай не может летать снаружи, можно Сиаю использовать камеру?» «Сиай будет очень одиноко, если он не сможет увидеть хозяина». «Боже, когда он стал таким избалованным, неужели его глупость снова вернулась?» Лучжоу кашлянул. «Я подумаю об этом». «Ура, хозяин, лучший, я еще не согласился». «Не слишком ли рано празднуешь, и этот смайлик выглядит немного странно?» На экране дрона появилось еще одно сообщение. «Хозяин, у вас новое письмо, открой его для меня». «Хорошо». На экране дрона появилось письмо. Лучжоу начал читать его. Оно пришло из редакционного отдела журнала «Математические хроники» и подписано профессором Фриксом, новым главным редактором. Профессор писал искренне. «Уважаемый профессор Лу, мы получили вашу статью. Прочитав ее, я был удивлен результатами вашего исследования. Нет никаких сомнений в том, что это выдающийся результат. Но у меня есть предложение, которое, надеюсь, вы рассмотрите. Касательно утверждения 1 в вашей статье, что является одним из основных положений всей работы, то оно фактически затрагивает одну из основных проблем многообразия дифференциальной топологии. Учитывая математическую значимость этого утверждения, мы надеемся, что вы сможете представить данную теорему в виде отдельной статьи вместо того, чтобы представлять ее в качестве следствия для метода анализа гиперэллиптических кривых. Это не только покажет уважение к другим математикам из этой области, но и облегчит процесс поиска этой статьи будущими учеными. Подводя итог, по вышеизложенным причинам, рекомендую вам изменить статью. После стольких лет работы Лучжоу впервые столкнулся с ситуацией, когда редактор рекомендовал ему разделить статью на две. Как правило, авторы наоборот самостоятельно разбивали свою статью на несколько. Они даже ссылались на свои же части для увеличения числа ссылок, поэтому редакторы просили их объединять свои работы в одну. Но теперь статья Лучжоу оказалась слишком информативной, и его просят разделить ее. Утверждение 1 затрагивает одну из основных проблем многообразия дифференциальной топологии. Лучжоу несколько раз перечитал письмо. Гипотеза Салливана? Черт, я никогда не слышал о ней. Он перестал собирать вещи в поездку и поднялся наверх. Сев за компьютер, он начал искать в базе данных. Вскоре перед ним появилось множество статей. А я и не знал. Эта гипотеза очень популярна. Не узнаю никого из авторов. Похоже, гипотеза Салливана не связана с другими отраслями, но она все еще важная проблема в своей отрасли. Как и с гипотезой о числах-близнецах, никто за пределами аддитивной теории чисел не занимался ею. Неудивительно, что она была такой.
такой сложной и заняла у меня целый день. Оказывается, это и правда полноценная математическая гипотеза. Первые 7 страниц его статьи содержали доказательства утверждения 1, которая фактически является гипотезой Салливана для гладких многообразий. Эта гипотеза существовала уже более полувека и являлась одной из основных проблем дифференциальной топологии. Он решил задачу дифференциальной топологии, существовавшей полвека, сам того не подозревая. Ознакомившись с найденной информацией, Луджоу переполняли различные эмоции. С одной стороны, он поражался своей крутости, с другой его потряс профессор Чинь, которому удалось связать метод анализа гиперэллиптических кривых с классической гипотезой дифференциальной топологии. В любом случае, если гипотеза Салливана верна, то метод анализа гиперэллиптических кривых можно применить к дифференцируемым многообразиям. Похоже, я сделал еще один шаг к решению гипотезы Риммана. Вопрос только в том, сколько еще шагов понадобится. Луджоу открыл свою изначальную статью и начал переписывать ее содержание. Это было достаточно просто, поскольку ему нужно было взять часть с доказательством и просто оформить ее как самостоятельную статью. Профессор Фрикс даже придумал название за него. Доказательства гипотезы Салливана о гладких комплексных совершенных многообразиях. А в изначальной статье ему нужно просто добавить ссылку на новую. Уже через 10 минут Луджоу отправил отредактированные 2 статьи обратно профессору Фриксу. Луджоу собирался уже отправить письмо профессору Чиньяну, как резко вспомнил, что ранее загрузил статью на Арксив. Хотя он редко вносил правки в свои работы, было обычной практикой среди ученых менять свои препринты. Луджоу зашел на Арксив и собирался уже загрузить новую версию, как увидел количество скачиваний его работы. 22000 скачиваний. Прошло всего 2 дня. Почему скачали так много раз? Обычно хорошо написанная статья в популярной области в лучшем случае набрала бы пару сотен загрузок. Статьи, которые скачали десятки тысяч раз, обычно были уже старыми. А дифференциальная топология вообще не популярная область математики, особо многообразие. В мире не наберется и 20 тысяч математиков, которые ею занимаются. Поэтому такое число скачиваний было просто безумно. Был только один вариант, его статья подняла на уши математиков и в других областях. Скорее всего, многие математики скачивали ее просто из любопытства. Осознав это, Луджоу тут же зашел на Матхаверфлов. Как он и ожидал, на форуме активно обсуждали его статью. Боже, вы видели последнюю работу профессора Лу? Я только прочитал ее. Разве это не просто дополнение к методу анализа гиперэллиптических кривых? Что там такого особенного? Это не главное. Гляньте утверждение 1. Люди, не связанные с дифференциальной топологией, могут не знать, но это форма гипотезы Салливана. У моего друга степень магистра в области дифференциальной топологии. Он сказал, что его научный руководитель работал над классификацией дифференциальных многообразий. Я узнал его мнение, и он назвал статью потрясающей. Профессор Лу правда потрясающий, что бы он ни делал, он добивается потрясающих результатов. Чувствую, что зря потратил свое время на изучение дифференциальных многообразий. У меня как раз не было темы на завтрашнее занятие, возьму эту статью для нее. Прочитав сообщение на форуме, Луджоу вздохнул. Они такие праздные. Почему бы им не использовать свое время для изучения интересных проблем? Просто обычная гипотеза. Что в ней такого? Покачав головой, Луджоу закрыл ноутбук. Журнал найдет квалифицированного рецензента для процесса рецензирования. Ему же сейчас нужно лишь собираться к поездке в Шанхай. Последняя пятница февраля. Собрав вещи, Луджоу вновь отправился в путешествие. На этот раз в Шанхай. Со слов директора Ли, еще в прошлом году государство провело тендер на строительство главного отделения Международного лунного адронного коллайдера, а в середине прошлого года строительство официально началось. Теперь здание уже построили. В действительности, у правительства был запасной план. Если международные переговоры пройдут неудачно, то они просто вычеркнут слово «международный» из названия. К счастью, благодаря сделке по термоядерному синтезу и успешной спасательной операции на Марсе, репутация Китая значительно выросла, поэтому переговоры прошли гладко. Теперь создание организации Международного лунного адронного коллайдера, различные ведомства начали размещаться в новом здании. Как председателю, Луджоу предстояло сделать 2 вещи в Шанхае. Первое — присутствовать на официальной церемонии открытия,
а второй распределить и организовать работу. Ведь лучшие физики и представители научных институтов со всего мира прилетели сюда, чтобы участвовать в проекте, поэтому нельзя все пускать на самотек. Хотя сам коллайдер все еще строится, нужно организовать работу отделов, а также сформировать устав организации. Лу Чжоу уже руководил многими крупными проектами, поэтому был более чем уверен в своих способностях, но на всякий случай он взял с собой Ло Вэньсюаня. Поскольку тот часто посещал ЦЕРН, он знаком с его деятельностью. Если Лу Чжоу что-то забудет, то он сможет положиться на его помощь. И еще более важно, что у Лу Чжоу не было кому передать полномочия, а он не хотел оставаться председателем на несколько сроков. Он планировал отдать эту должность Ло Вэньсюаню. Лу Чжоу вошел в вагон скоростного поезда и сел на свое место в бизнес-классе. Поправив сиденье, он достал ноутбук и начал работать над презентацией, которую начал еще вечером. В презентации были его предварительные планы относительно конкретных обязанностей каждого отделения, которые он покажет на встрече с руководителями отделений. Сейчас все сообщество физиков сосредоточилось на Шанхае. Хотя ему не нравилось делать презентации, поскольку данный проект влияет на все сообщества физиков Китая, он вынужден смиренно работать над ней. Просматривать презентацию, он внезапно получил на телефон сообщение в WeChat. Оба были от Ло Вэньсюаня. Шотскьот ПГ, ты уже в поезде? Лу Чжоу просмотрел их и ответил: я приеду через час. Когда ты приедешь? Завтра. Я приеду завтра. Мне нужно разобраться с кое-какими делами. Просто дай мне день. Кстати, церемония открытия состоится же через 3 дня. Зачем ты поехал так рано? Есть и другие дела, которые нужно сделать до церемонии открытия. Я планирую организовать собрание со всеми руководителями. Чем ты там занят? Кое-чем важным. Ладно, мне нужно идти, увидимся потом. Почему мне кажется, словно пытаться оставить должность председателя на него плохая идея? Следует ли поискать кого-то еще? Тут написал Сиай. Хозяин, Сиай может тайно включить веб-камеру ноутбука Ло Вэньсюаня? Нет, я же говорил тебе не делать ничего плохого. Хотя ему было интересно, чем занимается Ло Вэньсюань, Лу Чжоу не хотел заниматься шпионажем. О, ладно. Почему ему так нравится взламывать камеры? Откуда у него такое хобби? Лу Чжоу чувствовал, что, будучи владельцем Сиая, он должен найти время и обучить его правильным вещам, чтобы не случилось ничего плохого в будущем. После 2-часовой поездки Лу Чжоу сошел с поезда в шанхайском вокзале. Он с Ван Пыном вышли с вокзала и увидели черную Audi у входа. Водитель вышел из машины и помог Ван Пыну убрать чемодан в багажник, потом передал тому ключи. «Оставляю ее тебе». «Хорошо». Ван Пын кивнул своему коллеге и сел на водительское сиденье, потому спросил у Лу Чжоу: «Прямо в отель?» «Да». Ван Пын установил в навигаторе маршрут. Лу Чжоу, сидя на заднем сиденье, закрыл глаза и хотел немного отдохнуть. Однако, когда он только начал засыпать, резко зазвонил его телефон. Он снял трубку и услышал радостный голос. «Я просматривал ленту». «Ты сейчас в Шанхае?» Лу Чжоу зевнул, узнав Чэнь Юйшань. «Да, а что?» 2 часа назад он опубликовал фотографию поезда. «Вот совпадение, я тоже в Шанхае». Лу Чжоу удивился. «Ты тоже здесь?» «Да, мне нужно идти, но я пришлю, где я?» Лу Чжоу не успел ответить, как звонок закончился. После он получил сообщение с местом. Так совпало, что он находился недалеко от Чэнь Юйшань. Ему просто нужно повернуть направо на светофоре и проехать 2 квартала. Лу Чжоу посмотрел на сообщение и вздохнул, после чего обратился к Ван Пыне. «Пока не поедем в отель». «Тогда куда?» «Я скинул тебе место на телефон, похоже, это кофейня, недалеко отсюда». «Хорошо». Ван Пын кивнул и, как всегда, больше ничего не спрашивал. Он просто повернул и поехал в новое место. На углу торговой улицы располагалась оригинально оформленная кофейня. Судя по оформлению и небольшой доске у входа в кафе, владелец, скорее всего, очень жизнерадостный человек. Однако, поскольку сейчас рабочее время, в кафе не так много людей, Лу Чжоу толкнул стеклянную дверь и вошел внутрь. Вскоре он увидел Чэнь Юйшань, сидящую у окна и машущую ему рукой. Ее внешность не изменилась с Нового года. Волосы были собраны в конский хвост. Одета она была в бежевое пальто, белый свитер с воротником и черные сапоги выше колен, сохраняя простой, но модный стиль. Чэнь Юйшань сидела не одна. Лу Чжоу увидел рядом с ней неожиданного знакомого. Давно не виделись, академик Лу. Женщина, сидевшая рядом, с улыбкой поприветствовала Лу Чжоу. «Спасибо за заботу о моей дочери. Госпожа Ян, вы слишком добры». Хотя он удивился, встретив здесь госпожу Ян, Лу Чжоу старался выглядеть невозмутимо. Он вежливо улыбнулся. «Академик, слишком официально, зовите меня просто профессор Лу». Эта женщина была Ян Даньцы, мать его учениц. 7
7 лет назад Лу Чжоу все еще следил за своими средствами на жизни и обучение. Эта женщина очень помогла ему тогда. Они почти не общались после того, как он отправился учиться в Принстон, а Хань Мэнци окончила школу. Он не ожидал встретить ее сегодня. Чинь Юйшань с ухмылкой сказала: «Ладно, ладно, хватит этих долгих приветствий, мы не в первый раз пьем кофе вместе. Что ты хочешь выпить? Мы уже заказали. Просто чашку мокка». Чинь Юйшань подняла руку. «Официант, мокка, пожалуйста». В моменты, когда он не мог пить растворимый кофе, Лу Чжоу выбирал мокка, как запасной вариант. Вкус шоколада маскировал горечь кофе, делая его более приятным. Когда принесли кофе, Лу Чжоу сделал глоток своего мокка. Чинь Юйшань с любопытством посмотрела на Лу Чжоу и наконец спросила: «Почему ты вдруг приехал в Шанхай?» «У меня есть кое-какие дела в главном отделении Международного лунного андронного коллайдера. Я не хотел приезжать, но они заставили меня». Лу Чжоу посмотрел на Чинь Юйшань. «А ты? Я не знал, что ты в Шанхае». Чинь Юйшань надулась и пробормотала: «Конечно, ты не знаешь, когда ты беспокоился обо мне. Ты даже не смотришь мои посты в WeChat. А чем ты? Ты же знаешь мою загруженность. Откуда у меня время смотреть посты в WeChat?» Увидев, что Лу Чжоу не знал, что ответить, Чинь Юйшань вздохнула. «Ладно, неважно, я тебя не виню. Помнишь тот план, о котором я рассказывала тебе в прошлый раз?» Лу Чжоу кивнул. «Да, это как-то связано с этим?» «Вроде того». Поскольку здесь была ее тетя, Чинь Юйшань не стала вдаваться в подробности и кратко объяснила. «По сути, государство хочет инвестировать капитал в высокотехнологичные отрасли. В Шанхае проходит азиатская бизнес-конференция по инновациям и инвестициям в высоких технологиях. В нем принимают участие многие отечественные и азиатские крупные компании. Я получила приглашение от ассоциации предпринимателей Чжэцзяна, поэтому приехала сюда в качестве представителя компании. Конференция по инновациям и инвестициям в высоких технологиях по названию интересна, но я не знаю, что там будет». Лу Чжоу посмотрел на госпожу Ян и спросил: «Госпожа Ян, вы тоже идете?» Ян Даньцы кивнула. «Я старый член ассоциации предпринимателей, поэтому я тоже получила приглашение. Хотя мой бизнес имеет мало общего с технологиями, это редкая возможность, поэтому я приехала сюда с Юйшань». Чинь Юйшань улыбнулась. «А как насчет тебя? Ты хочешь сходить и посмотреть? Подобная конференция довольно интересная. Лучше не стоит». Лу Чжоу улыбнулся. «У меня даже нет приглашения, поэтому будет неудобно просить его». Ян Даньцы улыбнулась. «Профессор Лу, ты шутишь? Если ты захочешь пойти, то тебе не нужно приглашение». Чинь Юйшань кивнул. «Да, кроме того, если ты хочешь, то я получу тебе приглашение прямо сейчас». Лу Чжоу посмотрел на Чинь Юйшаня и не знал, что ответить, поэтому пожал плечами. «Если буду свободен, то я могу». «Тогда решено». Чинь Юйшань улыбнулась. «В каком отеле ты остановилась? Я тогда найду тебя, чтобы пойти вместе». Госпожа Ян толкнула Чинь Юйшань локтем и подразнила ее. «Эй, ты что, собираешься вот так просто бросить свою тетю?» Чинь Юйшань смутилась и застенчиво ответила: «Мы можем пойти вместе, я не говорила, что пойду без тебя. Потом найдем Лу Чжоу и все вместе пойдем». Госпожа Ян улыбнулась и покачала головой. «Ладно тебе, вам молодым лучше вместе, я не буду третьей лишней. Я могу встретиться и со своими старыми друзьями. Тетя, ты самая лучшая». «Конечно, ладно, веди себя взрослее, ты не маленькая». Она хмуро взглянула на Чинь Юйшань, которая схватила ее за руку и хихикала, но судя по улыбке, она все еще очень любила племянницу. Лу Чжоу просто молча сидел. У него не было возможности влезть в разговор, и он не знал, что сказать. «Она с чего взяла, что я точно пойду? Что, если я буду занят в тот день?» Но бизнес-конференция по инновациям и инвестициям в высоких технологиях звучит интересно. Лу Чжоу бывал на многих научных конференциях, и ему было интересно, на что похожа бизнес-конференция. Если ему не нужно ничего делать самому, он с удовольствием посмотрит. Лу Чжоу принял решение. «Если я не буду занят, я постараюсь пойти». Пока Чинь Юйшань взволнованно рассказывала Лу Чжоу о предстоящей конференции, серебристый самолет приземлился в аэропорт порту Нью-Йорка. Сиатун вышла из самолета со своим чемоданом и направилась к месту, где когда-то работал и учился ее брат. Общежитие Принстона. Машина выехала из-за угла и остановилась у входа. Цинь Юэ заглушил двигатель и сказал: «Приехали». Сиатун отстегнула ремень безопасности и вежливо поблагодарила. «Спасибо, что подвез». Цинь Юэ улыбнулся. «Ни за что, тебе помочь с вещами?» Учась в Принстоне, Цинь Юэ во многом получал помощь от Лу Чжоу. Теперь ему выпал шанс отплатить тем же. Однако,
Как и ее брат, Сиатун не любила получать помощь от других, поэтому она тут же вежливо отклонила предложение Циньюэ. «Нет, спасибо, я сама Айфридом справлюсь», — Циньюэ кивнул. «Ладно, если что-то понадобится, можешь звонить мне». «Хорошо, тогда я пошла». «Не торопись». Попрощавшись, Сиатун направилась к стойке регистрации общежития и получила свои ключи, после чего отнесла свои вещи наверх. Она подавала заявку на жилье онлайн, и комната была готова к краткой FRDM заселению. Сиатун потратила 2 часа на распаковку вещей и уборку, потом с документами она отправилась в административное здание Принстона. В Принстоне она уже не первый раз. Несколько лет назад после окончания школы она приезжала сюда на 2 месяца, а потом вернулась и начала учебу в Цзинлинском университете. Тогда ее брат еще был профессором в Принстоне, она даже помнила его милую помощницу. Однако помощница была слишком застенчива и, несмотря на все попытки Сиатун поговорить с ней, они не стали друзьями. Интересно, она еще здесь? После того, как Сиатун покинула администрацию, она вернулась к себе в комнату и легла на кровать. Если бы я могла найти ее и подружиться, но она, наверное, меня не узнает. Прошло много лет. У Сиатун был трудный день, поэтому вскоре она засопела. После долгого путешествия она наконец-то могла выспаться. Она спокойно проспала до 7 часов утра, а потом с зевком встала с постели. Проверив календарь в телефоне, она пошла в ванную и привела себя в порядок. Потом она открыла свой компьютер и отправила электронное письмо своему будущему научному руководителю, профессору Кругману. Пока она готовила завтрак, ей пришло письмо. «Уже ответил?» Она думала, что он ответил лишь через несколько дней, и совсем не ожидала ответа в течение часа. В письме Кругман поблагодарил ее за выбор Принстона и сказал явиться к нему, когда она будет готова начать. В письме также был указан адрес его кабинета. Она подумала, следует ли ей подождать несколько дней и освоиться, прежде чем идти к нему, однако в итоге она посчитала, что лучше пойти сейчас, чтобы оставить хорошее первое впечатление. Поэтому она быстро доела завтрак, переоделась и вышла из комнаты. Она хорошо ориентировалась на местности, поэтому быстро нашла кабинет профессора Кругмана в корпусе экономического факультета. Как только она вошла, ее встретил звонкий голос, который немного напугал ее. «Добро пожаловать в Принстон!» «Уже освоилась?» Сиатун сделала полшага назад и убедилась, что перед ней и правда Кругман. Потом собралась и ответила. «Я жила уже здесь, и я не первый раз за границей, поэтому вполне все привычно». Профессор с любопытством спросил. «Жила здесь? Я думал, ты училась в Цзинлинском университете и в Оксфорде. Ты посещала Принстон по обмену?» «Не совсем. Скорее приезжала в гости к родственнику». Шокированно ответила Сиатун, не ожидая, что ее руководитель так много будет знать о ней. «О!» Кругман улыбнулся. «Тогда мне не нужно переживать, что ты тут заблудишься. Между студенческим городском и городом нет четкой границы, поэтому легко заблудиться. Вессель, помоги ей освоиться. Мне нужно позвонить». «Хорошо, профессор», — ответил Вессель, который был аспирантом с веснушками на лице и очками в толстой оправе. Он посмотрел на Сиатун и представился. «Я Вессель, аспирант, приятно познакомиться. Рада знакомству. Я Лу Сиатун». Вессель вежливо пожал ей руку и сказал. «Лу Сиатун, давай за мной». Вессель подвел ее к пустому столу у окна. «Вот, где ты будешь работать. Если будут вопросы, то можешь спрашивать их у меня или у Кругмана, или у других в кабинете. Мы постараемся помочь по возможности, но по большей части ты будешь сама по себе». «Спасибо. Тебе и правда стоит поблагодарить меня. Когда я вчера закончил работу, Кругман позвонил мне и сказал убраться на пустом столе». Вессель пожал плечами. «Обычно новый студент сам должен убирать стол. Но Кругман, похоже, очень ценит тебя». Услышав, что она непреднамеренно причинила другим неприятности, Сиатун смущенно сказала. «Я могла и сама убраться. Все нормально, это мелочь», – беззаботно ответил Вессель. «Я представлю тебя остальным». «Хорошо». Он хотел уже представить новенькую остальным в кабинете, когда с улыбкой вернулся Кругман. «Я поговорил. Я разберусь дальше сам. Вессель, ты можешь вернуться к работе». «О, ладно», — ответил Вессель, немного сбитый с толку энтузиазмом профессора, но все же кивнул. «Я пойду работать над своим проектом. Познакомлю тебя с остальными позже». «Хорошо, спасибо». Сиатун кивнула и посмотрела на Кругмана, стоящего с теплой улыбкой на лице. «Принстон всегда такой гостеприимный. Почему брат никогда не говорил о таком?» Профессор подошел к Сиатун и добродушно заговорил. «Я несколько раз читал твою дипломную работу. Она хорошо написана. Хотя имелись некоторые
некоторые недочеты, впечатляет, что ты способна написать подобную работу в своем возрасте. Такой талант редко встретишь даже в Принстоне. Он кашлянул и продолжил. Поскольку у тебя уже есть определенный объем теоретических знаний, то я постараюсь развить другие твои способности. Кстати, ты раньше посещала бизнес-конференции? Я ходила со своим руководителем, но я не публиковала с нее никаких статей. Кругман задумчиво погладил бороду. Эта конференция была высокого уровня? Сиатун смущенно ответила. Не совсем. К сожалению, ее предыдущий руководитель неизвестный специалист в области макроэкономики. Он не предоставил ей больших возможностей в академических кругах. Вместо этого она прошла стажировку в крупном инвестиционном банке. Тогда она еще не знала, что захочет остаться в науке, поэтому не следила за конференциями. Она ходила только на них со своим руководителем. Тогда отлично. Глаза Кругмана загорелись, словно ему пришла блестящая идея. На следующей неделе в Шанхае состоится бизнес-конференция. Посещение конференции – часть академической жизни, даже просто послушать доклады полезно. Там будет много ученых и аспирантов. Если ты раньше не видела ничего подобного, то я отвезу тебя. Сиатун заметила завистливый взгляд остальных в кабинете. Будучи лауреатом Нобелевской премии, Кругман редко брал с собой на конференции студентов, если только там не выступал с докладом сам студент. Но сейчас Сиатун еще часа не пробыла в этом кабинете, но уже получила особое отношение. Завидую. Сиатун почувствовала себя неуютно из-за этих взглядов. Но я не готова, может, стоит взять кого-нибудь другого. Все нормально. Тебе не нужно ни к чему готовиться, сказал Кругман. Однажды ты сделаешь доклад на подобной конференции, поэтому тебе следует быть знакомой со всем. Это будет полезно тебе в будущем. Сиатун не могла найти предлога отказаться от подобного предложения. И краткая ФРДМ она явно не хотела упускать такую возможность. Однако она только прилетела сюда из Шанхая и теперь ей предстояло лететь обратно. Ей становилось не по себе, когда она думала о 20-часовом перелете в 9 вечера в президентском люксе отеля. Лу Чжоу стоял рядом с окном и разговаривал по телефону. «Я довез твою сестру до общежития». «О, спасибо». «Не беспокойся». Цинь Юй улыбнулся. «Кстати, сейчас она живет в университетском общежитии. Может, пусть она переедет в твой дом? Я мог бы просто снять квартиру рядом с университетом». Когда Лу Чжоу уезжал из Принстона, он ключи от своего дома и машины Цинь Юй. Цинь Юй нужно было лишь платить за них налоги. В конце концов, кто-то должен был следить за домом, иначе он может стать непригодным для проживания. Особенно в таких штатах, как Нью-Джерси, если зимой никто не будет следить за домом, то замерзшая труба может лопнуть и повредить дом. Даже если у него скорее всего не будет возможности вернуться, у Лу Чжоу сохранились довольно приятные воспоминания о доме и камине в нем. Лу Чжоу покачал головой. «Все в порядке, я уже спрашивал ее насчет этого, она отказалась без всяких раздумий. Но опять же, мне было бы неспокойно, если бы я позволил девушке жить одной в доме. Если ты не хочешь там жить, то можешь предложить кому-то другому». Лу Чжоу знал, почему Сиатун отказалась от его предложения. Она была благодарна брату за заботу, но они схожи характерами с Лу Чжоу, им никогда не нравилось получать одолжения от других. Она хотела быть независимой и не хотел беспокоить других и особенно быть кому-то обузой. Лу Чжоу хотел сказать, что она может положиться на него и он не будет считать ее обузой. Ведь и Фридом они семья, а члены семьи должны помогать друг другу. Цинь Юй улыбнулся. «Я не говорил, что не хочу здесь жить. Всего 3000 в год, это самая дешевая аренда в США. Просто говорю, что если сестре надо, то могу съехать. Но ты прав, девушке опасно одной жить за пределами студенческого городка. Хотя студенческое жилье в Принстоне стоило дорого, оно находилось рядом с университетом и охранялось». Цинь Юй вспомнил, что у Сиатун должна быть соседка, благодаря чему ей будет легче влиться в жизнь в Принстоне. Поспрашивала сестре, Лу Чжоу сменил тему и спросил, как дела у его ученика. «Как у тебя дела?» «У меня все хорошо, я уже давно привык к такой жизни. Мне нужно лишь спокойное место, где я могу сконцентрироваться на исследованиях. Единственный недостаток, что я больше не могу попросить тебя о помощи. Ты теперь профессор, ты сам должен помогать другим. Кстати, что ты исследуешь сейчас?» «Проблему Варинга». Цинь Юй вздохнул. «Я ненавижу ее. Теперь я осознал, почему так мало людей занимаются теорией чисел. Поначалу думаешь, что задача относится к
теории чисел, а потом погружаясь осознаешь, что она задача алгебраической геометрии. Затем понимаешь, что методы алгебраической геометрии не могут решить ее, поэтому пытаешься использовать теорию представлений, периодическую теорию и твой метод групповой структуры. На самом деле это хорошо. Луджо улыбнулся. Разве не так развивается математика, соединяя все воедино? Верно. Но для математика это совсем не весело. Иногда я жалею, что нет метода для предсказания нужного способа решения. Сомневаюсь, что такое возможно. Ага. В этот момент внезапно наступила тишина. После долгого разговора Цинью и чувствовал, что Луджоу хотел что-то сказать, но почему-то ходил кругами. Внезапно Луджоу спросил: «У Веры все в порядке?» Цинью и вздохнул. «Я поспрашивал, но ничего полезного не узнал. Она не говорит о своем состоянии и избегает меня. Я спросил Малину, но та тоже ничего не стала рассказывать». После небольшого молчания Луджоу сказал: «Хорошо, спасибо». После паузы он добавил: «Если она не хочет рассказывать, то не заставляй. Ну, пора заканчивать разговор». «Ага, если больше ничего нет». Луджоу посмотрел на настенные часы. «В конце концов, тут уже довольно поздно». Немного поколебавшись, Цинюэ сказал: «Могу спросить? Меня давно мучил вопрос. Если это научная проблема, то продолжай». Цинюэ вздохнул. «Тогда неважно, забудь». Ван Пэн только закончил бриться в соседней комнате. Он сидел на краю кровати и проверял свое снаряжение в чемодане. Внезапно он услышал шаги за дверью. По шагам он понял, кто это, поэтому встал и открыл дверь. «Что случилось?» Луджоу сказал. «Хочешь выпить? Я угощаю». После небольшого молчания Ван Пэн ответил: «Я не пью и не курю в рабочее время. Но, если ты хочешь выпить, я могу сопроводить тебя». «Сопроводить, чтобы отнести тебя назад, когда ты напьешься?» Луджоу улыбнулся и покачал головой. «Я напьюсь? Забудь». Луджоу развернулся и пошел к лифту. Ван Пэн закрыл дверь и последовала и краткая FRDM за ним. Войдя в лифт, Ван Пэн нажал на кнопку этажа с баром. Луджоу просто молча взглянул на него. Не говоря ни слова, Луджоу подошел к бару и сел за стул, потом обратился к бармену: «Виски со льдом». «Сейчас». Ван Пэн посмотрел на бармена, и у него возникло предчувствие, а и краткое FRDM, что Луджоу сегодня много выпит. «Завтра церемония открытия, поэтому советую тебе не увлекаться». Луджоу, который обычно прислушивался к советам Ван Пэна, ответил неожиданно: «Не парься». Луджоу взял стакан у бармена и быстро выпил его, после чего, не говоря ни слова, начал пить один бокал за другим. Луджоу не мог вспомнить, как долго он пил. Когда он очнулся, было уже следующее утро. Луджоу хорошо оторвался ночью, но просыпаться утром было тяжело. На следующий день он проснулся с головной болью от похмелья. После душа ему стало лучше благодаря сильному метаболизму. Спустившись вниз и быстро позавтракав, он сел в машину у входа в отель. Зевнув и сев на заднее сиденье, Луджоу ущипнул свои брови. «До скольких я вчера пил?» Ван Пэн ответил: «До раннего утра». «Я уже не думал, что ты проснешься утром. Я выпил лишь пару бокалов, почему вдруг я не встану?» Ван Пэн не стал спорить и лишь улыбнулся. «Куда?» «К главному отделению лунного коллайдера». «А и краткое FRDM хорошо». Ван Пэн повернулся руль и повел машину. Сидя в мягком сиденье, Луджоу собирался воспользоваться моментом, чтобы вздремнуть, как вдруг вспомнил, что был сильно пьян ночью. «Я слишком много выпил прошлой ночью. Что бы я ни говорил, сделай вид, что ничего не слышал». «Все в порядке, у всех бывают плохие дни». Ван Пэн улыбнулся. «Тебе лучше? Готов к церемонии открытия?» Луджоу уверенно ответил. «Конечно, я был на более крупных мероприятиях. Это лишь небольшое событие, что может пойти не так. В действительности это довольно крупное событие. Множество машин СМИ собралось перед зданием в районе высоких технологий, а за церемонией следил весь мир. Толпа окружила главный вход, где стоял гигантский гранитный камень около 5 метров в высоту под красной тканью. Не было ни красных дорожек, ни воздушных шаров, ни фейерверков, но никто не сомневался в важности и влиятельности этой церемонии. Ученые, обеспокоенные будущим человечества, айфридом граждане, интересующиеся физикой и политикой, пристально следили за церемонией. Некоторые сидели перед телевизорами, другие пришли прямо сюда. Все, затаив дыхание, ожидали. И в центре внимания всех оказался мужчина в костюме. Только с микрофоном в руках, без каких-либо бумаг с речью, он говорил четко и торжественно. «Прежде всего, я хочу поблагодарить ученых, специалистов, политиков и остальных, кто следит за происходящим,
чтобы разделить с нами этот славный момент. Как председатель Международного исследовательского центра лунного адронного коллайдера я и краткой ФРДМ благодарю всех вас за ваш энтузиазм. Спасибо. Сразу же разразились аплодисменты. Лу Чжоу кивнул. Мы международная исследовательская организация в области физики. Мы стремимся решить проблемы, которые повлияют на наше будущее. Этот проект поможет нам понять законы Вселенной. Для меня большая честь стоять здесь и представлять всех нас. Лу Чжоу отступил на два шага назад, подойдя к граниту. Протянув руку, он сдернул красную ткань. На камне была выгравирована строка слов. Международный исследовательский центр лунного адронного коллайдера. Словно время застыло, когда эмоции всех людей вырывались наружу. Затем раздались аплодисменты и радостные возгласы. Ученые Института физики Китайской академии наук взволнованно размахивали руками и даже обнимали друг друга со слезами на глазах. Они творили историю. Они собирались совершить великие прорывы. Подобная слава затмевала все личные почести, даже Нобелевскую премию. В этот момент они все были одной командой. Ло Вэньсюаня чуть не растоптала радостная толпа, а его очки улетели в неизвестном направлении. Академик Чжан Вэньлун хлопал, пока у него не заболели ладони. «Наконец-то я дождался этого момента». «Да», — ответил Фан Шаопин, директор Института физики Китайской академии наук. «Это новая страница китайской физики». Чжан Вэньлун громко рассмеялся. «Не только китайской, это новая страница всей физики». Церемония открытия закончилась. Лу Чжоу поклонился и отложил микрофон. Тут же его окружила толпа журналистов. «Профессор Лу, могу я узнать, что вы думаете о утверждении, что адронный коллайдер лишь пустая трата денег? Жизнь заключается не только в настоящем, надо смотреть в будущее. Тоже верно и для цивилизации, надо смотреть на долгосрочную перспективу. Не могли бы вы сказать, должность председателя была определена голосованием? Консультировались ли с другими странами по поводу этого решения?» Без комментариев, в сопровождении группы сотрудников службы безопасности Лу Чжоу наконец выбрался из окружения репортеров, после чего вошел в здание. В этот момент в толпу он увидел знакомую фигуру. Когда фигура заметила взгляд Лу Чжоу, то попыталась скрыться, но Лу Чжоу крикнул: «Ло Вэньсюань, я долго искал тебя во время церемонии открытия. Наконец ты здесь». Поскольку его раскрыли и дальше прятаться было бесполезно, Ло Вэньсюань смущенно посмотрел на Лу Чжоу и почесал затылок. Ему стало очень неловко от того, что его поймали вот так. Он улыбнулся и попытался перевести разговор на другую тему. «Какое совпадение. Кстати, сегодня хорошая погода. К счастью, дождя нету, а на небе ни единого облачка. Если бы был дождь и все были бы с зонтами, то определенно было бы не так эффектно». «Не меняй тему. Где ты был?» Ло Вэньсюань кашлянул. «Поезд опоздал, а потом я попал в пробку». «Ты только утром сел на поезд?» Лу Чжоу не находил слов. «Не мог приехать на день раньше? Обязательно ждать до последнего?» Ло Вэньсюань смущенно почесал затылок. «Я ведь не пропустил ничего важного». Лу Чжоу улыбнулся. «Ничего важного». Ло Вэньсюань похлопал себя по груди и вздохнул с облегчением. «Отлично. Какой отлично? Ты правда думаешь, что я тебе хвалю?» Лу Чжоу потерял терпение. «В 2 часа дня состоится пресс-конференция. Я хочу, чтобы ты там выступил. Поговори с командой по связям с общественностью, узнай, что можно говорить, а что нельзя». Когда Ло Вэньсюань услышал о пресс-конференции, он вскочил, словно кролик. «Подожди, больше никого нельзя отправить туда, моя работа же. У тебя еще хватает наглости говорить про свою работу. Тебе следовало приехать сюда вчера. Ты пропустил собрание и опоздал на церемонию открытия. Это твое наказание. Не надо. Пожалуйста, простите меня, эти репортеры просто монстры». Лу Чжоу усмехнулся. «Я не могу, ты должен это сделать. Кроме того, половина заслуг в переговорах по коллайдеру принадлежит тебе, и ты хорошо разбираешься в его конструкции. Уверен, что ты сможешь ответить на часть вопросов. Я даю тебе шанс блеснуть собою». Ло Вэньсюань начал потеть. «Какой блеснуть? Может быть, я в следующий раз подготовлю о результатах крупного исследования доклад? Кроме того, как я могу претендовать на половину заслуг? Словно ЦЕРН приехал сюда ради меня». «Хватит». Лу Чжоу прервал его бессвязную речь. «Если ты не можете провести эту крошечную пресс-конференцию, как я могу позволить тебе делать доклад о серьезных результатах исследований?» Лу Чжоу подошел и похлопал его по плечу. «Ты справишься. Это твоя возможность заложить фундамент своего будущего. Просто отнесись к этому как к практике». От чего-то Ло Вэньсюань почувствовал, что его ждут еще более серьезные проблемы. Но у него не было доказательств и спросить он не мог. Через некоторое время он вздохнул. «Ладно, раз ты так говоришь,
то у меня нет другого выбора. Я пойду готовиться. И почему мне захотелось его ударить? Я готовлю его стать моим преемником, но он делает вид, будто я над ним издеваюсь. Он должен быть благодарен. Может, стоит подумать о запасном варианте. Международный аэропорт Шанхая. Профессор Кругман шел сквозь толпу с чемоданом в руке и шляпой на голове. Потом передал свой чемодан аспиранту рядом с ним. Вессель, понеси его за меня. Вессель взял чемодан. Хорошо, профессор. Профессор Ангус посмотрел на переполненный зал аэропорта и обратился к Кругману. Господи, здесь слишком много людей. 10 лет назад все было по-другому. В аэропорту толпились люди всех национальностей. Ангусу казалось, что он находится в Нью-Йорке. Профессор Кругман засмеялся. Друг мой, тебе следует чаще покидать дом. Мир постоянно меняется. Если ты останешься в Принстоне навсегда, рано или поздно ты потеряешь связь с миром. Вессель, будь джентльменом и возьми багаж леди. Когда профессор властно посмотрел на него, Вессель, не проронив ни слова, подошел и попытался взять чемодан Сиатун. Сиатун крепко вцепилась в свой чемодан и смущенно сказала: «Я могу сама». Хотя Сиатун вежливо отказалась, Весселя все еще переполняла печаль и негодование. «Этот старик относится ко мне, как к мальчику на побегушках. Я ожидал подобного, но это так унизительно». Однако его гнев быстро улетучился. Недовольство быстро рассеялось, когда он вспоминал о возможности посетить конференцию с нобелевскими лауреатами, знакомясь с известными личностями. Будучи ученым с амбициями, какое значение имеют такие малые страдания? Это принесет мне пользу в будущем. Вессель больше не завидовал предвзятому отношению своего руководителя к новой китайской студентке. Он даже ощутил, что стал сильнее. «Я справлюсь». Сиатун не заметила переживаний Весселя, поскольку была слишком смущена заботой Кругмана. Все ли профессора Принстона такие? Когда я училась в Оксфорде, все было по-другому. Кстати, Сиатун, разве ты не должна позвонить семье, что благополучно прилетела? Я звонила им всего несколько дней назад. Профессор Кругман серьезно попытался переубедить ее. Я знаю, но у тебя только что опять был перелет, 24-часовой перелет. Твоя семья, должно быть, волнуется. Они не будут волноваться, если я им не скажу. Сиатун не знала, что ответить. Я позвоню им в отеле. Не понимая, что это был тактичный отказ, профессор Кругман улыбнулся. Ладно, позвони им в отеле. Не забудь. Сиатун неловко кивнула. Ладно, ни за что не позвоню, не скажу, что вернулась в Шанхай. Если бы мой брат узнал, что я пробыла в Принстоне целых 2 дня, а потом вернулась в Шанхай, то он бы смеялся надо мной. Сиатун было не по себе из-за действий профессора Кругмана. «Ну, он сейчас в Цзинлине, поэтому мы не сможем встретиться». Сиатун покачала головой и пошла рядом со своим руководителем, направляясь к стоянке такси. Оставив дневную пресс-конференцию Ло Вэньсюаня, Лу Чжоу обнаружил, что неожиданно освободил много времени. Он сидел в своем номере в отеле и думал, куда пойти, чтобы убить время, как вдруг вспомнил про приглашение. Он вспомнил про просьбу Кругмана в письме и немного поколебался, а потом вздохнул. «Ладно, у меня все равно есть время, пойду посмотрю». Ему было очень любопытно, действительно ли модель Лу Бьюли такая потрясающая, как говорил Кругман. Местом проведения конференции был 5-звездочный отель, а в приглашение также входил обед и ужин. Хотя Лу Чжоу не интересовался экономикой, его интересовала бесплатная еда. Лу Чжоу встал и переоделся в свою повседневную одежду. Он позвонил Ван Пену и попросил его подогнать машину вниз, после чего спустился на лифте вниз и вышел на улицу. В отель Синьжуй. Судя по всему, недавно построенный 5-звездочный отель. Он расположен немного далековато. Лу Чжоу сел на заднее сиденье и достал письмо приглашения, после чего прочитал адрес Ван Пену. Ван Пен ввел адрес в навигаторе и посмотрел на маршрут. Отель Синьжуй не так уж далеко, всего 30 минут езды, если нет пробок. Лу Чжоу уже начал закрывать глаза, чтобы отдохнуть. «Я не тороплюсь. Еще одна встреча, вроде того, но я в основном еду туда, чтобы поесть». «Хорошо». Как и сказал Ван Пен, после 30-минутной поездки они подъехали ко входу в отель. Сотрудник, стоявший у входа в отель, взглянул на приглашение Лу Чжоу, после чего провел двоих внутрь. Лу Чжоу прошел через вестибюль отеля, осматривая интерьер и людей внутри. Он не смог сдержать вздох, когда понял, что здесь нет туристов. Как ожидаемо от тех, кто изучает, как тратить деньги, их встречи максимально роскошные. Они арендовали все здания под свою конференцию. Это не похоже на математические конференции,
которые часто проводились в небольших конференц-залах. Даже такие крупные конференции, как Международный конгресс математиков, не проводились в таком роскошном месте. Лучжоу все еще помнил отель для последней конференции Международного конгресса математиков в Рио-де-Жанейро. Неудивительно, что на экономистов смотрят в Принстоне свысока, они заработали много денег на разработанных математиками методах. Но хотя экономисты не выглядят так, словно им не хватает денег, Лучжоу предположил, что место проведения также связано с организатором. Известные китайские университеты финансировали данное мероприятие. Местное правительство и университеты были рады вложить деньги на привлечение международных ученых. Как говорят, вещи, что можно купить деньгами, не важны. Когда-то иностранные ученые не приехали бы на подобную конференцию. Но с тех пор академическая среда изменилась. С ростом экономики Китая все больше ученых и экономистов стали интересоваться экономическими моделями Китая и были готовы исследовать существующие проблемы в китайской экономике, а также влияние экономики Китая на мир. С объективной точки зрения, привлечение иностранных ученых – положительная черта. Войдя в зал, Лучжоу сразу же направился к киоску с сувенирами и с радостью получил несколько бесплатных блокнотов и ручек от известных инвестиционных банков. Такие ручки, как правило, просто не купить, поэтому они были неплохим предметом для коллекционирования. Лучжоу имел привычку собирать подарки на научных конференциях. Для него это еще одна форма способа отмечать свои успехи. Просто последние 2 года он не участвовал во многих конференциях, поэтому не особо продолжал коллекционирование. Теперь, глядя на ручку в руке, Лучжоу ощутил ностальгию. Рядом с киоском сувениров располагался стенд со стендовыми докладами. Как и на математических конференциях, сложные темы обсуждались в залах, а стендовая зона давала возможность всем ученым продемонстрировать свои результаты. Порог для установки своего плаката гораздо ниже, чем у выступления. Это словно уличный торговец размещал свой киоск рядом с торговым центром. В основном их ставили студенты магистратуры и аспиранты. Поскольку порог входа невысокий, форма привлечения тут тоже достаточно непринужденная, достаточно иметь красивый плакат и быть громким. Хотя научные плакаты уступали другим методам научной коммуникации, это все равно был очень полезный способ продемонстрировать свою работу. Лучжоу оглядел ослепительные стенды с плакатами и понял, что, хотя он понимал слова, он совсем не понимал смысла. Когда его голова уже перегрелась от новой информации, он вдруг заметил несколько знакомых слов. Модель Лу Бьюли, хотя сделан довольно плохо, название было узнаваемым. Высокий худощавый парень в очках, стоявший перед плакатом, заметил Лучжоу и спросил: «Вы тоже занимаетесь исследованиями в этом направлении?» Лучжоу услышал молодого парня и улыбнулся. Вроде того, какое совпадение. Парень улыбнулся и протянул руку. «Я Вессель, аспирант Принстонского университета, изучаю макроэкономику. А если конкретнее, я исследую экономические модели, построенные с использованием математических методов. Модель Лу Бьюли – мой исследовательский проект». Он стоял на стенде с самого утра, но его плакат никого не заинтересовал. Наконец-то он нашел кого-то, кто заинтересовался, поэтому он не хотел отпускать Лучжоу, уходил. Однако Лучжоу все равно не планировал уходить. Он приехал на эту конференцию специально, чтобы проверить слова Кругмана по поводу важности модели Лу Бьюли. Важна ли модель Лу Бьюли? Хотя прямо спрашивать подобное немного самовлюбленно, Лучжоу не мог не спросить. Однако Вессель воспринял это как сомнение Лучжоу в важности модели, поэтому сразу же выпрямился и начал объяснять. Конечно, это одна из самых важных экономических моделей за последние годы. Если вы занимаетесь этим направлением, то должны знать модель Бьюли. Модель Лу Бьюли – усовершенствованная версия модели Бьюли. Вы действительно занимаетесь этой исследовательской областью? Мне кажется, вы новичок. Лучжоу посмотрел в полные сомнения глаза Весселя и полуправду. Конечно, ты сомневаешься во мне? Нет-нет. Парень быстро замахал руками. На самом деле, это не имеет значения, если вы не понимаете, поскольку это довольно передовая область исследований. Если хотите ознакомиться с моделью Лу Бьюли, вам следует посетить первый лекционный зал. Первый? Да. Там выступает профессор Джозеф Юджин Стиглиц, лауреат Нобелевской премии. Наверняка вы слышали о его модели Диксита, Стиглица. Он экономист-теоретик в области симметричной информационной экономики, но он также обладает глубоким пониманием математической теории. По какой-то причине в голосе Весселя слышалась легкая зависть, словно он хотел присутствовать на лекции, а не стоять у своего стенда. «Если ты хочешь,
то почему не пойдешь?» Лу Чжоу окинул взглядом его пустой стенд. «Все равно здесь никого нет. Я не могу этого сделать», — Вессель тут же недовольно возразил. «Если никто не будет следить за стендом, кто-нибудь заберет мой плакат, а это равносильно дисквалификации от награды за самый креативный плакат. При всем уважении, но ты хочешь получить награду с этим плакатом?» Лу Чжоу посмотрел на ужасно нарисованный плакат с широко открытым ртом. «Это скорее абстрактное искусство, а не научный плакат. Он мог бы просто написать на листке бумаги построчно темы для обсуждения». Однако Вессель не противился замечанию Лу Чжоу, а упрямо сказал: «А что если выиграю?» «Не узнаешь, пока не попробуешь». Лу Чжоу покачал головой. «Тогда удачи, я пойду послушаю лекцию». «Идите, если не успеете занять место, то, возможно, придется стоять в коридоре». «Кстати, я не расслышал вашего имени?» — спросил Вессель у Лу Чжоу, который отходил от стены.